держать ее за руку в качестве поддержки. Когда он сделал шаг, ветер начал кружиться вокруг него, поднимая воздух к макушке. После этого он сделал второй шаг, и ветер превратился в небольшую ударную волну. Это не шокировало, и третий шаг был похож на два предыдущих. Ударная волна только резко увеличила свою мощность, но все изменилось, когда император ветра сделал четвертый шаг. Бум! Произошел взрыв, на секунду испугавший Тиа. Он повернулся к бассейну и увидел журчащую воду. Он не остановился на достигнутом. Он сделал еще шаг, и снова раздался взрыв, как будто в бассейн только что упало что-то большое. Шаг вознесения нельзя было остановить, поэтому император ветра сделал еще один шаг, показав свою реальную силу. Бам! На этот раз вода даже подпрыгнула в воздух. И император ветра даже сказал ему, что он сдерживался достаточно, чтобы убедиться, что он не разрушит бассейн. Если бы он высвободил всю свою силу, Тиа не мог представить, что произойдет. Седьмой шаг. Император ветра сжал руку Тиа и сделал еще один шаг. На этот раз ветер изменился. Сразу после того, как он ударился о воду и выплеснул воду в воздух, сразу после этого появился еще один, посылая давление в окрестности, разбрызгивая всю воду. Император ветра уже защитил себя от ветра, чтобы не промокнуть. Затем он перешел к восьмому шагу. Бум! На этот раз вода хлынула во все стороны. Удар был слишком сильным для бассейна, чтобы удержать воду внутри. Однако император ветра не прошел все 10 шагов. Он сделал еще один, и девятый шаг буквально поднял оставшуюся воду из бассейна, прежде чем десятый шаг ударил его так, что вода взорвалась. Вода двигалась с такой скоростью, что Тиа почувствовал удар самой воды, не говоря уже о взрыве. Пройдя 10 шагов, император ветра сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем вернуться к своему инвалидному креслу. Тиа, конечно же, поддерживал его всю дорогу. Как только он сел, император ветра спросил: «Итак, что ты думаешь о моем шаге вознесения? Это мощно. Я думаю, что его можно использовать универсальным образом. Хм. Например, вы, вероятно, включили эту технику вместе с работой ног». Тиа объяснил, что он понял, наблюдая за ним. «Это правда. Однако ключ к тому, чтобы сделать эти шаги действенными. Первые три шага», — добавил Тиа. «Да, первые три шага генерируют воздух и поднимают его вверх. После этого мы запускаем этот мощный воздушный поток всеми этими шагами. А с четвертого по десятый шаг — это своего рода послойная атака, вверх вещь». Император ветра кивнул. «Я понимаю». Тиа кивнул с серьезным выражением лица. «Я не буду скупиться, раз уж ты мне все это пообещал. Так что это просто маленький подарок для тебя». Император ветра улыбнулся. Тиа нахмурился и спросил: «Как думаешь, я смогу этому научиться?» «Кто знает, это будет зависеть от ваших способностей. Однако я буду направлять вас с вашей формой, силой и другими вещами, необходимыми в течение 3 часов. Как много вы сможете сделать в будущем, будет зависеть от вашего таланта». Император ветра улыбнулся. «Да, но между нами есть одно различие. Я использую свой телекинез, а ты используешь свой ветер. Это не имеет значения. Я управляю ветром, пока ты толкаешь его. У тебя наверняка есть возможность настроить его методом проб и ошибок. И эта техника будет более мощной, если твой контроль станет еще сильнее». Император ветра ухмыльнулся. «Я знаю». Тиа посмотрел вниз, на мгновение задумавшись. «В отличие от вас, я не думаю, что протяну еще 10 лет. Вот почему так важно, чтобы кто-то унаследовал ваши техники. Эта техника, которую я создал в прошлом, и ее ранг, вероятно, все еще считается оригинальной техникой, но это близко к божественной технике». Император ветра улыбнулся. «Хотя немногие знают эту технику, потому что прошло несколько десятилетий с тех пор, как я пользуюсь этой инвалидной коляской. Ты не мой ученик, и я не буду обременять тебя этим. Просто признай меня в будущем, если будешь учить этому другого человека, например, своих детей или учеников. По крайней мере, мое имя не исчезнет таким образом». Тиа какое-то время смотрел на него и наконец кивнул. «Да, я понимаю». «Хорошо, давай не будем терять больше времени». Император ветра указал на себя спереди. «Встань и повтори это». «Да». Тиа немедленно сделал шаг вперед, и ничего не произошло. Первый шаг, легкий шаг. Вытолкните воздух из-под ног в окружающее пространство. После этого сформируйте невидимый барьер, чтобы направить воздух вверх. Тиа кивнул и сделал еще один шаг. На этот раз он использовал свой телекинез согласно инструкции. Из-за барьера, который он использовал для подачи воздуха вверх, была утечка, но он многое сделал правильно. «Попробуй еще раз. У тебя есть 5 минут,
чтобы сделать первый шаг правильно», — заявил император Ветра. «Да». Тео попробовал еще раз, исправляя свою форму. После этого император Ветра продолжил исправлять форму Тео и распределение силы. Впервые в жизни он увидел кого-то, кто мог так быстро научиться. Оказалось, что он все это время недооценивал талант Тео. Его план был безумным, а его боевой талант был первоклассным. Он действительно желал таланта Тео, но больше не упоминал об этом, продолжая наставлять его. Так как это заняло слишком много времени, Леонардо решил заглянуть и заметил ветровой барьер, который скрывал любое движение внутри барьера. Но так как он подтвердил, что Тео все еще внутри и двигается, он вернулся, не мешая их обсуждению 3 часа спустя. Император Ветра улыбнулся и сказал: «Думаю, дело сделано. Я не знаю, что ты сможешь сделать в будущем, но да, ты молодец. В любом случае, вы были разочарованы, когда я напал на семью Гриффит и остановился после некоторого боя». Император Ветра взглянул на лицо Тео, пытаясь уловить его эмоции. «Тео, с другой стороны», — заявил с покерфейсом. «Ничего, я ничего не чувствовал». «Хе». Император Ветра ухмыльнулся и закрыл глаза. «Ну, была и другая причина. Мы не дрались друг с другом на полную катушку, потому что в тот момент, когда мы получали ранения, на нас нападали другие специалисты, особенно те, кто был в топе. Вот почему мы обычно не нападали друг на друга. Только представьте, если бы я был тяжело ранен, другой высококлассный эксперт напал бы на меня и мою семью. С их силой они могли бы даже разрушить мою семью. Это всего лишь небольшой совет для вас. Когда вы станете сильнее, вы поймете, что ваша ответственность возрастает. Она будет возрастать вместе с причинами, по которым вы не будете сражаться. Вот почему не так много людей на самом деле охотятся на другой стороне, стремясь к уровню 1000. Если они хотят стать сильнее, им, очевидно, нужно сражаться с сильными существами, и будет потенциальная травма. Если это станет известно другим, ваша жизнь и семья будут в опасности. Это также отличный способ помешать другим продвинуться до уровня 1000. Однако есть люди, которые не слишком заботятся о своей жизни и продолжают бороться на другой стороне, чтобы достичь этой точки. Очевидно, что лучшие специалисты не позволят ему достичь уровня 1000. В конце концов, их жизни тоже будут в опасности. Вот почему британская семья ищет кого-то, кто может повысить ваши способности, особенно вашего клона. Если вы станете несравненным экспертом, вы можете просто отправить своего клона на повышение уровня, пока он прячется. Это создаст для вас возможность достичь уровня, которого еще никто не достиг. Я говорю вам, что ваш клон опасен, и это подвергает вас опасности. Будьте осторожны с этим. Император Ветра закончил свой совет улыбкой. Мало ли он знал, что тот, кто мог оценить свои способности, был никем иным, как Тео, человеком перед ним. Если бы он знал об этом факте, никто не знал, что он мог бы сделать. «Спасибо, что рассказал мне все». Тео искренне поблагодарил его. Хотя раньше их отношения были немного ветреными, Тео уважал старика за его мудрость, сердце и опыт. «Не нужно этого делать, я просто делаю тебе подарок». Старик улыбнулся и указал на сад. «Будет лучше, если мы вернемся». «Я понимаю». Тео с улыбкой кивнул и подтолкнул его обратно в сад. Леонардо наконец почувствовал облегчение, увидев Тео. В то же время ему было интересно, о чем они говорили, потому что даже Ава не слышала их разговора из-за того, что император Ветра использовал небольшой ветрозащитный барьер, который не позволял звуку распространяться снаружи. Ава мгновение смотрела на старика, прежде чем закрыть глаза. «У тебя хороший внук». Император Ветра взглянул на Леонардо, нарушив молчание. «Хм, у меня много хороших внуков». Леонардо фыркнул, продолжая придерживаться своего девиза. Хотя он признал, что Тео, кажется, был выше остальных, он не сделал бы больше, чем он согласился. «Чтобы ни». Император Ветра улыбнулся. «В любом случае, я закончил здесь. Я просто погуляю день или два, прежде чем вернуться. Ты ведь не возражаешь, верно? Пока ты не причиняешь неприятностей». Леонардо взглянул на Дави. «Ха-ха, чем больше я ухожу на пенсию, тем больше они контролируют меня, как будто я что-то планирую». Император Ветра усмехнулся. «Это потому, что ты слишком силен. Как насчет того, чтобы отказаться от своей силы? Тебя больше не будут контролировать». Леонардо фыркнул. «Ха-ха, это невозможно. Я все еще хочу умереть в своем доме. Первый враг, с которым мне придется столкнуться, когда это произойдет, это никто иной,
как моя собственная семья. Император Ветра пожал плечами. В любом случае, мне было весело приходить сюда. Встреча с этим маленьким дьяволом стоит поездки. С этим я победил эту старую ведьму. Леонардо не ответил, взглянув на Тиа. Однако император Ветра продолжил. Выведи меня и прокати. Очевидно, это был приказ для Деви. Последний посмотрел на Леонардо первым, чтобы спросить его разрешение. Как только Леонардо кивнул головой, Деви тут же заменил Тиа. Ладно, мне пора идти. Император Ветра махнул рукой, словно прося Тиа подойти к нему. Тиа осторожно подошел к нему и согнул колени. Внезапно император Ветра положил руку на голову Тиа и улыбнулся. Ты поступишь хорошо, малыш. Я хочу, чтобы ты был жив хотя бы еще 10 лет. Я не могу допустить, чтобы ты нарушил свое обещание в конце концов. Тиа усмехнулся и сказал, я тоже желаю тебе долгой жизни. Ха-ха. Император Ветра рассмеялся и развернул инвалидные коляски, прежде чем попросить Дави вывести его из особняка. Перед уходом он не забыл добавить, я знаю свое тело лучше, чем кто-либо другой. Тиа на мгновение замолчал, пока император Ветра не вошел в машину и не покинул окрестности. После этого Тиа повернулся к остальным, не зная, что сказать. Так что, думаю, все хорошо. Что ты сказал этому старику? Леонардо было любопытно. Ничего, это просто небольшое дело. Тиа покачал головой. Ну, ничего страшного, если ты не хочешь этого говорить. Леонардо пожал плечами. Спасибо. Затем Тиа посмотрел на Агату и Аву с улыбкой на лице. Если вы не активизируете свою игру, я оставлю вас двоих позади. Агата и Ава прищурились, почувствовав, что это не пустая угроза. В доказательство своих слов он не показал ступени вознесения. Наоборот, это была техника, которую он усвоил, увидев, как император Ветра контролирует свою силу. Его вдохновил Фенрир, который, казалось, делал это все время. Он поднял руку, когда воздух начал яростно двигаться. Это. Агата расширила глаза, поняв, что это была техника, которую император Ветра показал ранее, чтобы запереть Тиа. Однако ветер не остался вокруг них. Вместо этого ветер двинулся к ним, словно пытаясь раздавить их. Агата поспешно использовала свою силу, чтобы противостоять этой атаке, но вскоре обнаружила, что сила была настолько сильна, что ей понадобился дым, чтобы освободиться. Ава сделала то же самое со своей молнией, глядя на Тиа со спокойным выражением лица. Тиа улыбнулся и сказал, «Правильно. Теперь, когда я думаю об этом, я вижу две вещи, которые можно комбинировать. На соревновании Великой Гаи я видел, как Нелла высвобождает свою магическую силу, чтобы выполнять техники семьи Гриффит. Это похоже на мой телекинез. Затем император Ветра показал мне, что эту технику можно использовать в каждом моем движении, включая мою повседневную жизнь. Итак, я придумал это. Тиа ударил вперед, и телекинез толкнул воздух вперед. Хотя они не пострадали от этого давления, Агата чувствовала, что эта техника заставит их чувствовать себя так, как будто их ударила мощная стена. Но это было еще не все. Тиа поднял правую ногу и ударил ногой по воздуху, в результате чего воздух стал двигаться в соответствии с его движением. Другими словами, его удар был улучшен силой телекинеза, и этот тип движения был подобен императору Ветра. Я попытался объединить обе мои магическую силу, контроль, движение и телекинез одновременно, чтобы создать эту непрерывную технику. На ее использование не будет никаких ограничений, потому что даже если мне нужно использовать навык, это всего лишь телекинез. Это правда, что сила не будет такой мощной, как техника семьи Гриффит или императора Ветра, но она более универсальна, потому что я могу включить ее в свою работу ног, боевые приемы и другие вещи. Я мог бы сказать, что это следующий уровень того, что я делал до сих пор. Тиа улыбнулся. Он знал, что использовал это со своим телекинезом, но он слишком много внимания уделял монотонным действиям вроде ударов кулаком или копьем. После встречи с императором Ветра он понял, что Фенрир использовал телекинез всем своим телом, например, когтями, лапами или хвостом. Даже обычные движения Фенрира могли убить его. Он также вспомнил битву между Фенриром и Хель, понимая, что их битва действительно была потрясающей, но то, что они сделали, на самом деле было еще более впечатляющим. Их движения были усовершенствованы. Они заставили его выглядеть легко и не слишком кричаще, но разница в силе была. Вот почему он знал, что это было то, что он упустил из их битвы. И если бы он вместе с этой техникой освоил ступень вознесения, его боевой стиль стал бы еще более безупречным. Леонардо, с другой стороны, неправильно понял намерение Тиа, думая, что он показал эту вещь, потому что император Ветра научил его ранее внутри барьера. Он просто чувствовал себя счастливым, пока Тиа становился лучше. Ну вот и все. Тиа ухмыльнулся,
словно бросая им вызов. Агата надулась и отвернулась. «У меня есть кое-что сделать. Не забывай, что через 3 месяца у нас будет международная миссия», — крикнул Тиа, увидев спину Агаты. Агата не остановилась, так как просто подумала, что ей нужно работать еще усерднее. К счастью, ей больше не нужно было учиться у Тиа многим базовым вещам, как в последние несколько месяцев, что позволило ей иметь больше времени для тренировок. Напротив, Ава смотрела на Тиа с улыбкой на лице. Она подошла к нему и погладила его по ноге. «Кью». Ава улыбнулась. «Что случилось, Ава?» – спросил Тиа. «Кью». Ава указала на бассейн, который теперь был пуст из-за того, что они сделали ранее. «Кью, вы хотите использовать бассейн?» Ава несколько раз кивнула. «Ну, вам нужно подождать. Вода должна быть пополнена в течение 2 часов». «Кью». Ава снова кивнула и направилась к бассейну, оставив Тиа и Леонардо наедине. Вскоре их взгляды переплелись, когда Леонардо вздохнул. «Думаю, рано или поздно ты меня превзойдешь. Кроме того, я скоро перестану тебя учить. Честно говоря, мне больше нечему тебя учить. Ахаха, есть еще кое-что. Я на мгновение прерву тренировку зрения и вкуса и установлю основы осязания, обоняния и слуха. Кроме того, если возможно, я планирую достичь уровня грандмастера до международной миссии. Это большая цель у вас есть там?» «Ага». Тиа кивнул, зная, что это так. Он подумал об этом, но понял, что вещь, которую он показал ранее, требует как минимум контроля уровня гроссмейстера, если он хочет использовать ее постоянно. Он думал, что в настоящее время у него есть предел для такого рода контроля. Хотя его было легче использовать, потому что его тело двигалось, он не знал, сможет ли он сделать это более 10 раз подряд. Следовательно, он установил требования для этой техники, которое должно было достичь контроля уровня гроссмейстера. Леонардо на мгновение задумался и сказал: «До сих пор вы строили свой фундамент, поэтому я думаю, что это просто завершающий процесс. 3 чувства должны быть скоро завершены. Что касается вашего контроля, я мало что об этом знаю, только даст несколько советов. Что касается Агаты, я думаю, что хорошо провоцировать ее, потому что в последние несколько дней она была на эмоциональных американских горках из-за того, что вы сделали с Сафулли Граупи Пата Царпаратион. Поскольку она останется позади, если вы дадите ей отпуск, я согласен с вами, чтобы бросить ей вызов, чтобы она могла сосредоточиться на этом, а не на своих чувствах. 3 месяцев должно быть достаточно, чтобы успокоить ее. Наоборот, я мало что знаю об Аве, так что я не могу дать ей никакого совета». Леонардо разочарованно покачал головой. «Все в порядке, я позабочусь об Аве. Сэр Леонардо может сосредоточиться на моих тренировках или тренировках Агаты». Справедливо, следующий месяц преподнес большой сюрприз. Люди сразу поняли, почему Император Ветра на самом деле посетил Италию. Причина была показана, когда Император Ветра приказал своим людям больше не связываться с Тиа. В то же время им нужно было подготовиться к его приезду через 2 месяца. Несмотря на то, что он вышел на пенсию, он решил еще раз заявить о себе, продемонстрировав свою признательность за талант Тиа. Когда его спросили, почему он сделал все это, несмотря на то, что он пострадал в своей руке, Император Ветра просто сказал: «Нет жизни из-за недоразумения. Как тот, кто прожил так долго, я искренне верю, что мы достаточно мудры, чтобы уважать и молодое поколение, ведь они будут нашими преемниками в будущем». Это заявление потрясло весь мир, ведь 1 из 10 лучших экспертов мира фактически полностью признал талант Тиа. Один Леонардо уже был большой проблемой, поэтому, если Император Ветра действительно попытается поддержать его снова, у Тиа может быть достаточно силы, чтобы уничтожить семью Гриффит в будущем, и его охват может не ограничиваться этой семьей. Следовательно, мир начал паниковать, не зная, что произойдет в будущем. Они были заняты обсуждением своего плана приближения к Тиа. И как сказал Леонардо, кто-то также назначил награду за голову Тиа. Хотя паниковали не только страны, но и его союзники в данный момент сомневались в нем. После долгого месяца Тиа, наконец, решил заселить одну из них. Тиа сидел в своем особняке и смотрел на экран. Звонок прошел, когда на экране появилось женское лицо. «Ну, это было какое-то время». Тиа улыбнулся. «Майя». «Действительно». Майя издала долгий вздох. «Ты должен знать, почему я звонил тебе, верно?» «Конечно. Вы, наверное, хотите спросить меня о международной миссии». Тиа пожал плечами. «Фу». Майя потерла переносицу,
подчеркнутое спокойствием Тиа. Из-за заявления императора Ветра страна погрузилась в хаос. В отличие от других компаний, мы ближе всех к вам, поэтому нас допрашивают прямо сейчас. Ведь император Ветра может вырвать тебя у нас и привести к нашему конкуренту. Когда это произойдет, ситуация станет чрезвычайно сложной. Идут даже дискуссии о том, следует ли тебя убивать или нет. Хо, можно мне об этом сообщить? Тиа ухмыльнулся. Это лучше, чем вы найдете его позже. Майя пожала плечами. В любом случае, моя звездная группа заинтересована в том, чтобы отправить вам международную миссию. Если вы посетите нас, вы получите много преимуществ только от этого. Что касается миссии, то речь идет об охоте на многочисленных монстров. Вы можете выбрать либо искусственное гнездо, либо другое место с огромным количеством монстров. По нашей информации, вы стали намного сильнее после трехмесячного перехода на другую сторону. Итак, мы предполагаем, что вы можете стать экспертом высшего ранга, если придете к нам с этой миссией. И они просят нас прислать и наших экспертов, но учитывая вашу личность и действия, я убедил их ограничить это число одним. Другими словами, это я буду сопровождать вас на этой охоте, будет задействована душа. Ну, меня легко могут заменить другие талантливые люди, но кроме меня никого ближе к вам нет, поэтому я не думаю, что это решение будет изменено. Конечно, о прокачке до 500 легче сказать, чем сделать. Сама миссия потребует как минимум несколько месяцев, так что да, мы предоставим оборудование и все, что вам нужно во время миссии, и позаботимся о том, чтобы вы могли легко выполнить миссию. Что касается награды, Майя на мгновение замолчала. Я просто отправлю вам контракт позже. По сути, награда в том, что вы можете желать всего, что я могу выполнить. Ненавижу это говорить, но мой отец заставил меня сказать это. Да, ты можешь попросить меня стать твоей женой. Майя пожала плечами и отмахнулась, сказав: в любом случае, помимо этого, есть денежные вознаграждения и другие вещи, такие как обучение вас чему-то или что-то в этом роде. Майя закончила свое объяснение долгим вздохом. Тиа улыбнулся и сказал: вот как? Император Ветра на самом деле хотел научить меня кое-чему лично в качестве награды. Майя замолчала, понимая вес его слов. Она прикрыла глаза, делая обеспокоенное выражение лица. Ты действительно безжалостен, не так ли? Я не знаю, о чем вы говорите. Тиа улыбнулся. Как насчет того, чтобы перечислить все, что можно от него получить? Мы предложим вам более выгодный срок, чем он. Майя вздохнула. Ничего, я просто тот, кто хочет узнать как можно больше. Тиа покачал головой. Как вы думаете, почему я могу так сильно улучшиться за такой короткий период? Верно? Майя закатила глаза. Что ты хочешь узнать? Мы будем слушать. Хм, я не уверен в этом вопросе. Но сейчас я сосредоточен на четырех вещах. Это контроль, осязание, слух и обоняние. Сначала мне нужно будет обсудить это с другими. Я не могу вам ничего обещать. Майя вздохнула. Ах, верно. Я видел, как император Ветра использовал свою силу прямо передо мной. Он был таким крутым, и его сила немного отличалась от моего телекинеза. Тиа упомянул об этом с игривым выражением лица. Могу я называть тебя ублюдком? Майя, очевидно, знала причину, по которой Тиа упомянул последнюю. Всего одним этим заявлением он хотел убедиться, что Майя договорится с другими, чтобы поднять награду как можно выше, иначе он выберет императора Ветра. Что вы думаете? Тиа просто улыбнулся. Майя закатила глаза. В любом случае, пришлите мне вашу просьбу о вознаграждении. Я попытаюсь договориться с вами. Тем не менее, у меня нет гарантии, будет ли вам этого достаточно или нет. Так что не обвиняйте меня в этом. Я знаю. В конце концов, я тот, кто выберет. Тиа ухмыльнулся. Да, знаю. Майя беспомощно покачала головой. Почему мне кажется, что я был менее высокомерным перед тобой? Я думаю, потому что раньше ты был всего лишь беспомощным юношей, пытающимся установить связь. Тиа не ответил на ее вопрос, а просто махнул рукой, повесив трубку. Пока-пока. Многие говорили о следующем переезде Тиа в Россию. Агата наконец набралась смелости выступить против него по поводу этой международной миссии. Хм? Тиа нахмурился и посмотрел на ее серьезное лицо. Здесь что-то не так? Вообще-то, я уже некоторое время думал о следующей международной миссии. Агата подняла три пальца. Во-первых, если я поеду с вами, я, вероятно, проведу на улице около 2-3 месяцев. Это означает, что мы достигли срока обучения сэра Леонардо, которое должно закончиться 1 января. Значит,
ты хочешь сосредоточиться на тренировках здесь?» Тя нежно улыбнулся. В конце концов, он не винил ее и не заставлял идти с ним в эту международную миссию. Однако Агата покачала головой и сказала: «Наоборот, я думаю, что это лучшая возможность, которая у меня есть». Хо Тя на мгновение замолчал. «Почему вы так думаете?» «Во-первых, сэр Леонардо может быть вызван для консультации в течение этого периода. Это даст нам надежную подушку безопасности. Во-вторых, у меня есть огромные возможности, если я присоединюсь к этой международной миссии, присоединиться». «Это так?» Агата кивнула и продолжила. «И это второе, что я хотела бы сказать. Судя по всему, у вас есть два варианта выбора прямо сейчас. Первым будет Америка, и Майя, вероятно, будет единственной, кто будет сопровождать нас. Ну, это согласно контракту, который вы мне дали, так что да, Америка будет стабильным вариантом с большими возможностями. Но если мы говорим о награде, Император Ветра кажется вам более привлекательным из-за вашего телекинеза. Однако это рискованный шаг, потому что многие нацелились на вас там. Следовательно, первое даст вам безопасный проход с хорошими возможностями, а второе – ухабистый путь с огромными наградами. Я не знаю, что вы планируете, но я решил следовать за вами, куда бы вы ни пошли». Агата улыбнулась. «Должна же быть причина, верно?» – спросил Тиа спокойным голосом. «Это только мое личное ощущение. Если ты поедешь в Россию, там будет возможность встретиться с Алией. Хотя я не люблю мешать тебе встречаться с кем угодно, там для вас. Наоборот, я не очень доверяю Старгроуп. Судя по тому, как они заставляют Майю делать все это, они могут что-то замышлять. Так что я буду там, чтобы убедиться, что ничего не произойдет». Она посмотрела на Тиа с серьезным лицом, выражая свои чувства. Она не хотела отставать, но в то же время не хотела быть слишком навязчивой, поэтому сначала попыталась посоветоваться с ним. Тиа никогда не запрещал ей делать все, что она хотела, за исключением правила, о котором они договорились, поэтому она также хотела уважать его выбор. Тиа улыбнулся и кивнул. «Я могу понять, что...» «Тогда мое последнее замечание...» Агата на мгновение замолчала. «На самом деле я думаю, что США – лучший вариант. На данный момент у нас не так много информации о ваших врагах. Если они пришлют экспертов мифического ранга, чтобы убить вас, боюсь, сбежать будет невозможно». Она беспокоилась, что враги пришли, не заботясь об их плане. Иметь дело с такими врагами было труднее всего, потому что они думали только о своей цели, а не о своей жизни. «Ну, на самом деле вы могли бы сделать что-то другое, например, отправиться в другую страну, которую они меньше всего ожидали, или договориться с семьей богов войны об отмене международной миссии для вас. Но я не думаю, что это то, что вы сделаете, учитывая ваши прошлые действия. Так что да, вы все равно поедете в другую страну, но я не знаю, в США или в Россию». Агата засомневалась. «Я ставлю вам четверку за это, я думаю». Тиа улыбнулся. «Интересная точка зрения и анализ. То, что вы сказали, правильно, и ваша проблема должна быть рассмотрена должным образом. И вы приняли во внимание мои прошлые действия, прежде чем принимать свое решение. Кроме того, спасибо за то, что вы были честны со мной. К сожалению, я пока не могу ответить на ваши чувства. Тем не менее, если вы этого хотите, я обязательно возьму вас с собой куда угодно в качестве моего помощника». Агата улыбнулся и промолчал, слушая, что он хотел сказать. «Тем не менее, есть одна вещь, по которой ты скучаешь здесь». Тиа поднял палец. «И это то, что вы видели». «Что-то я видел». Агата посмотрела вниз и вспомнила, что произошло за последние несколько месяцев. Однако самой заметной вещью, связанной с великим планом, были не что иное, как слова, которые он прошептал Императору Ветра. Однако, как бы она ни думала об этом, она не могла предсказать содержание. Она задавалась вопросом, какие слова сказал Тиа, чтобы полностью превратить трение между ними в хорошую связь. «Я до сих пор не знаю, какие слова ты сказал Императору Ветра». Агата покачала головой. «Это единственная недостающая часть, которую я знаю». «Ага, в том-то и дело». Тиа улыбнулся. «Вот почему я поставил вам четверку за ваш анализ. Я знаю, что вы уже знали о недостающем фрагменте, но еще не могли его расшифровать». «Да». «Я спросил об этом сэра Леонардо, но он сказал мне, что тоже понятия не имеет». Она глубоко вздохнула, разочарованная своей неспособностью думать об этом. «Я дам вам подсказку. Поскольку до запланированной международной миссии еще месяц, я дам вам время подумать о моем переезде». Тиа ухмыльнулся. «Какая подсказка?» Агата нахмурила брови, чувствуя любопытство. «Подсказка в том, что было последним, что сказал Император Ветра». Он улыбнулся. «Последнее, что он сказал». Она посмотрела вниз и вспомнила. «Что-то вроде того, что он хочет,
чтобы ты был жив еще хотя бы 10 лет, потому что не хочет, чтобы ты нарушил свое обещание. Ага, это подсказка. Тео улыбнулся. Вам нужно будет понять эти слова. Я понимаю. Я попытаюсь подумать об этом. Следующий месяц прошел как обычно. Те, кто стремился к жизни Тео, закончили все свои приготовления и двинулись в сторону России. Император Ветра снова предстал перед публикой, показывая себя. Он просто хотел предупредить, что тот, кто нацелился на жизнь Тео, сначала должен встретиться с ним лицом к лицу. Очевидно, что немногие осмелились сразиться с этим старым монстром, учитывая, что его сила была записана в умах многих людей. Некоторые из них фактически отступили, особенно после того, как Россия укрепила их границу, поддержав императора Ветра. Россия. Внутри здания стояла группа людей лицом друг к другу. Они пришли сюда с одной целью. Мы должны убить Теодора Гриффита любой ценой. Один из них вздрогнул, хлопнув по столу. Мы это уже знаем. Однако убить его не так просто. Император Ветра все время был в своем особняке, но я думаю, что он что-то замышляет. Еще один добавил в знак согласия. Правильно. Император Ветра на самом деле посетил императрицу, прежде чем он отправился в Италию. Здесь должно быть что-то происходит. Неужели императрица замышляла это? Мы не можем позволить себе сражаться с этими двумя монстрами лицом к лицу. Но почему императрица? Очевидно, это для ее учеников. По моей информации, Алия Илрик, одна из бывших товарищей по команде Теодора, которая имеет к нему горячее. Я полагаю, что она пытается подставить их обоих. Мы подтвердили, что это сотрудничество между императором Ветра и императрицей. И мы договорились, что разделим наших людей на три группы. Правильно, я в первой группе. Я попытаюсь перенаправить внимание императора Ветра, убедившись, что он не поможет Теодору Гриффиту сбежать. После этого мы просто отступим. Тогда вторая группа привлечет внимание императрицы. Убедитесь, что у нее нет времени, чтобы помочь Теодору Гриффиту. По нашей информации, Теодор Гриффит не придет с помощниками, так что пока мы можем отвлечь этих двух монстров, мы сможем лишить его жизни. Третья группа убьет его, но будьте осторожны, потому что это может быть одним из его обманов. Так что следите за тем, чтобы за ним скрывалось больше экспертов мифического ранга. А как насчет чужих жизней? В этом деле может быть замешана Алия Илрик. Мы определенно не хотим прямого столкновения с императрицей и появления новых врагов. Верно. Боюсь, царь выведет их молодые поколения. Если они оба разозлятся, даже если нам удастся убить Теодора Гриффита, наша ситуация не улучшится. Мы не будем их убивать. Предел того, что мы можем сделать, это лишить их сознания и отправить обратно. Мы не можем пока причинить им вред, чтобы не сделать императора Ветра и императрицу нашими врагами. Правильно, моя компания была в беспорядке, так что одного их заявления достаточно, чтобы разрушить мою компанию. У нас есть три миссии в этом месте. Во-первых, мы собираемся убить Теодора Гриффита. Во-вторых, похитить всех, кто придет с ним, включая его помощника, может заставить его выйти. В-третьих, мы избежим прямой конфронтации с царем и дворцом. Мы просто убьем Теодора Гриффита и немедленно сбежим отсюда, хорошо? Но где мы нападем на него? Правильно, есть трое главных ворот, через которые он может пройти на другую сторону. Каждый из них усиленно охраняется. Мы уже разместили несколько человек на той стороне, так что вам нечего суетиться из-за них. Если Теодор Гриффит появится там, они сообщат нам и нападут на него, двигаться и разбираться с ним сами. Это основной план. Однако у нас нет никаких гарантий, что Теодор Гриффит поедет туда. Итак, на этот раз у нас есть три основные цели. Во-первых, это особняк императора Ветра. Мы знаем, что с императором Ветра будет трудно иметь дело, но в то же время они не поймут, что мы нападем на него там. Во-первых, мы заставим Теодора двигаться в случайное место в особняке. Поскольку экспертов высшего ранга и экспертов мифического ранга так легко отличить, мы будем использовать 15 элитных ассасинов. Они, безусловно, выполнят свою работу, даже если им нужно будет умереть. Высший ранг. Они должны закончить все в течение 1-2 минут, прежде чем император Ветра заметит, что что-то происходит. Второй локацией будет дорога между дворцом императрицы и особняком императора Ветра. Мы устроим там засаду и создадим как можно больше хаоса, прежде чем окончательно убить его. Конечно, если это возможно, мы предпочитаем делать это тихо. В конце концов, мы не можем позволить себе разозлить страну. Третье место будет любым случайным местом, которое он посещает. У нас будет несколько агентов, которые будут следить за его ситуацией и местоположением. Как только мы найдем идеальное место,
Чтобы убить его, мы отправим его туда. Это хорошая идея. Однако это будет сложно, потому что в первую очередь нам нужно полагаться на этих убийц. В любом случае, это наши единственные варианты в текущей ситуации. Мы не можем больше позволять Теодору Гриффиту расти, потому что он будет представлять для нас угрозу. Это верно. Они, наконец, договорились о чем-то, когда они кивнули головами. Тем временем в особняке Тиагата, наконец, снова столкнулась с ним. Их отъезд должен был состояться через 2 дня, так что это было идеальное время, чтобы проверить ответ, который она получила от него. «Итак, у вас есть ответ?» Тео ухмыльнулся. «Да. Хотя я не хочу в это верить, я думаю, что у меня есть ответ. Как вы относитесь к ответу?» «Я». Агата посмотрела вниз. «Я просто хочу убедиться». «Ты уверен в этом?» «Ага». Тео улыбнулся, без колебаний подтверждая ее беспокойство. «Я больше не знаю, что сказать. Подумать только, ты будешь просить обо всем этом Императора Ветра». Агата глубоко вздохнула. «Ха-ха», усмехнулся Тео. «Тогда ты готов отправиться туда?» Тео шел по аэропорту в сопровождении женщины. Вскоре он остановился, увидев перед собой 4 человек. Первым был никто иной, как Император Ветра, улыбающийся ему. Тот, кто толкал его инвалидное кресло, был мужчиной средних лет. У него были белые волосы и солнцезащитные очки. Тем не менее, его немного удивили 2 человека рядом с ним. Первым был мужчина лет 20. У него был шрам, идущий от его правой щеки к правым бровям, увеличивая интенсивность его взгляда. Тем не менее, он не казался разговорчивым человеком, особенно когда он понял, что мужчина сначала пытался наблюдать за ним, вместо того, чтобы показывать свое высокомерие. Слева от него была девушка. Она выглядела намного моложе мужчины. У нее были длинные белые волосы, собранные в хвост. В отличие от молодого человека, девушка, казалось, скрывала свои намерения, делая бесстрастное выражение лица. Тем не менее, он понимал, почему Император Ветра привел их сюда. Он сузил глаза на мгновение, прежде чем улыбнуться. «Спасибо, что проделали весь этот путь, сэр Император Ветра». Император Ветра улыбнулся и махнул рукой, не придавая этому большого значения. Он уже был удовлетворен, когда заметил изменение выражения лица Теа. Таким образом, ему не нужно было ничего говорить о своем намерении. Это исполняющие обязанности главы царя. Император Ветра указал на мужчину, прежде чем представить 2 других. «Тот молодой человек старше тебя на 3 года, и на данный момент он самый многообещающий парень в семье. Что касается этой девушки, она интересный ребенок. Давай, представься». «Приятно познакомиться, я Ермолаев. Приветствую вас и надеюсь, что вы приятно проведете здесь время». Мужчина средних лет вежливо кивнул головой, представляя себя Теа. Хотя никто этого не сказал, в его глазах было чувство ревности. В конце концов, Император Ветра так и не признал свой талант, несмотря на то, что стал лидером. С другой стороны, Теа был так молод и получил мировое признание. В то же время в его глазах не было враждебности, поскольку он знал, что не сможет заменить Императора Ветра, если тот умрет. Так что лучше не делать Теа своим врагом. 2 других также были проинформированы Императором Ветра. Они не смели поступать так же, как Жилов, иначе их ждет суровое наказание. Молодой человек положил руку на грудь и поклонился, как джентльмен. «Для меня большая честь познакомиться с вами. Я Левкин. Если вам трудно назвать мое имя, зовите меня просто Лов. И добро пожаловать в Россию». После этого барышня тут же немного приподняла юбку и представилась. «Меня зовут Левина. Мне очень приятно познакомиться с человеком, которого знают во всем мире. Ты мой кумир». Теа улыбнулся и кивнул. «Здравствуйте, я Теодор. Зови меня просто Теа». Агата тоже вышла вперед и вежливо представилась. «Я Лиза, помощница Теа». Ермолаев поднял брови, ошеломленный на несколько секунд. Однако вскоре выражение его лица стало нормальным. Император Ветра улыбнулся и добавил. «Он сын этого парня, а девушка – его племянница. Левкин хорош в манипулировании ветром. Ну, он лучше остальных, ее тело, но ее оружие. В любом случае, я объясню, что ты собираешься делать следующие 3 месяца в машине». Император Ветра взглянул на Ермолаева. «Пожалуйста, следуйте за мной». Он провел их к машине, прежде чем помочь Императору Ветра подняться. После этого он перешел на место водителя. Теа был весьма удивлен, увидев, что его везет голова царя, но учитывая, что Император Ветра был одним из пассажиров, это было правдоподобно. Как только они вошли, Левина собралась с духом и спросила. «Извините за грубость,
но я видела ваши записи о вашей силе. Если возможно, вы можете провести со мной спарринг?» Тиа поднял брови. Император Ветра, казалось, хотел сделать ей выговор, но Тиа лишь улыбнулся. «Конечно, сэр император сказал, что вы уникальны, поэтому мне любопытно узнать о вашей силе. Вы уверены?» Император Ветра взглянул на него. «Да, это может быть международная миссия, но это также и моя личная тренировка. Так что я планирую сражаться как можно больше. В таком случае, вы хотите присоединиться к дружескому соревнованию с дворцом императрицы? Что это такое?» «Это просто дружеский спарринг. Мы отправляем троих наших выдающихся молодых людей и заставляем их спарринговать. Вот и все. Я думаю, что это довольно неуместно. В конце концов, я не от царя. Ничего страшного. После того, что вы сделали с Жиловым, мы, видите ли, потеряли одного из наших истребителей». Император Ветра ухмыльнулся, заставляя его войти. Тиа на мгновение задумался. Он планировал узнать как можно больше, так что спарринг был на самом деле хорошей возможностью. В конце концов, у него все еще были глаза, которые могли видеть сквозь навыки. Если бы он мог испытать, каково это сражаться с ними, он наверняка нашел бы что-то хорошее во время матча. В то же время императрица должна послать своих лучших людей, так что это будет лучшая возможность для него. «Ну, сначала мне нужно запросить другие разрешения. Несмотря ни на что, я все еще посторонний. На самом деле, эти двое – другие участники. Я хочу посмотреть», – без колебаний ответила Левина. «В таком случае, я хотел бы сначала попросить вас о спарринге. Хотя я видел ваши записи, я хочу испытать вашу силу на себе». «Конечно, если вы отвергнете это, я не буду жаловаться», — Левкин ответил со спокойным выражением лица. «Конечно, хорошо. Вы можете поспарринговать завтра, так как мероприятие через 2 дня. Император Ветра посмотрел на двоих детей и сказал: «Не позорьте наше имя, ладно?» «Да, дедушка», — они сразу ответили хором. «Что ж, раз уж это особый случай, думаю, ты можешь остаться у меня дома». Император Ветра взглянул на Тиа. «Ты не против?» «Да, конечно», — Тиа улыбнулся. Они вернулись в особняк Императора Ветра. Особняк был не таким уж большим, учитывая престиж Императора Ветра. Тем не менее, он действительно выглядел красиво и удобно для жизни. Дом был немного больше, чем его собственный особняк, но вместо бассейна был огромный сад, полный цветов и растений. Тиа еще раз взглянул на окрестности и спросил: «Здесь не так много людей. Есть ли кто-нибудь, кто посмеет подкрасться ко мне?» Император Ветра пожал плечами. «Ну…» Тиа замолчал и просто уставился на планировку особняка. Он всему научился у Леонардо, включая схему защиты. Таким образом, он мог видеть некоторые пробелы, которые нужно было использовать. Если их целью был Император Ветра, никто явно не мог подкрасться к нему. Но если бы их целью был он, это было бы другое дело. «Я думаю, что ты их переоцениваешь. Даже когда я сплю, я никогда не терял сознание. Я смогу ощутить их магическую силу, как только они придут сюда», — Император Ветра заверил Тиа. Тиа мгновение смотрел на него, прежде чем вздохнуть. «Что ж, это правда. В любом случае, солнце вот-вот сядет, так что я попрошу горничных приготовить ужин. У вас есть что-нибудь, что вам не нравится?» — спросил Император Ветра. «Человеческое мясо», — шутливым тоном ответил Тиа. «Ты, сопляк, думаешь, что достаточно хорош, чтобы шутить со мной?» Император Ветра прищурился. «В таком случае, могу ли я предположить, что Император Ветра не любит улыбаться?» Тиа улыбнулся. Тем временем Левина и Левкин жадно глотали, никак не ожидая, что Тиа будет так непринужденно вести себя с Императором Ветра. Однако Император Ветра просто усмехнулся, напугав их. «Это правда. Улыбка – секрет долгой жизни. По крайней мере, так говорят люди. Думаю, Леонардо получает огромное удовольствие, когда учит тебя. Ты только посмотри на этих двух парней. Они не умеют шутить». Левина и Левкин посмотрели вниз. Они просто были слишком напуганы, чтобы шутить с ним, потому что одно неверное слово означало бы, что они обидели его. «Вот почему ты другой». Император Ветра улыбнулся и запустил поток воздуха внутри машины, чтобы нежно коснуться кожи Левина и Левкина. «Для меня среди людей есть 5 классов. Обычные люди, элитные солдаты, командиры, короли и императоры. Нормальные люди похожи на домашних слуг или обычных граждан. Как правитель, мы, очевидно, должны относиться к нашим подданным с уважением, чтобы они уважали нас в ответ. Поэтому я создал правила, чтобы не ранить их и не обидеться по мелочам. Что касается людей от царя, я считаю их элитными солдатами, потому что они решили взять свое оружие, чтобы сражаться на передовой. Когда вы берете оружие, вам нужно безжалостно убивать своих врагов. Думая, что вы победили, я не смогу вернуться, чтобы увидеть своих близких,
Если вы этого не сделаете, это то, что я ожидаю от них. Тогда тех, кто может понять их слабость и силу, а также осознать свою ответственность, я считаю их командирами. На этом этапе вы должны знать, как различать своих врагов, союзников, равных или сторонних наблюдателей. Короли – для тех, кто преуспевает в чем-то одном. Например, этот парень. Он делал вещи, в которых преуспевает, и показывал свой талант многим людям в мире. Только когда люди узнают тебя, к тебе будут относиться как к королю. Нынешний глава тоже король. С другой стороны, императоры находятся на совершенно другом уровне. Его достигают только люди, которые искали истину и отложили все, что у них есть. Когда вы достигнете этого уровня, вам будет все равно, потому что у вас уже есть ваш набор правил, которым вы будете следовать до самого конца. Вот почему эти 10 лучших экспертов или им равные совершенно уникальны сами по себе. Вам нужно больше работать, а, мистер Драйвер, император ветра взглянул на Ермолаева, нынешнего главу царя. Ермолаев не мог не улыбнуться. Он понял, что отец действительно узнавал его все это время, но он просто не показал достаточно, чтобы считаться равным. И он чувствовал благодарность к Тиа, который заставил императора ветра раскрыться. Он ответил искренним тоном: «Да, я не разочарую тебя, хороший». Затем император ветра посмотрел на Левину и Левкина. «Вы понимаете теперь?» Они оба опустили головы и ответили в унисон: «Да, мы понимаем. Мы примем это близко к сердцу, хороший». Император ветра улыбнулся. Они думали, что император ветра был холодным и безжалостным человеком. Тем не менее, образ в их голове, казалось, не соответствовал его нынешнему поведению. Вскоре они поняли, что император ветра, должно быть, действовал все это время из-за своего собственного набора правил. Другими словами, это были те, кто никогда не осмеливался приблизиться к нему. Это они неправильно поняли его и считали безжалостным правителем. Между тем, настоящая правда заключалась в том, что он был просто одиноким человеком, который стоял высоко над царем, чтобы убедиться, что никто не может смотреть на них свысока. Он никогда не проявлял слабости, чтобы убедиться, что никто не воспользуется ими. Даже с правилами в голове чувство одиночества, должно быть, причиняло ему глубокую боль. Это было показано, когда он впервые посетил Тиа. Было молодое поколение, которое было признано им и не боялось его. Они видели друг в друге равных, отталкивая это одиночество. Вот почему в последнее время император ветра так много улыбался. И все это они поняли только потому, что Тиа случайно посетил их. Если нет, то этот секрет не будет раскрыт до тех пор, пока император ветра не скончается. Левкин не мог не упасть на колени перед дедом. «Дедушка, мне очень жаль». Левина тоже последовала его примеру, сделав то же самое. Левина тоже хочет извиниться перед дедушкой. «Ха-ха». Император ветра усмехнулся, глядя на Тиа. «Что мне с этим делать? Они извиняются ниоткуда и без контекста. Хотя, похоже, вам это нравится, сэр». Тиа улыбнулся, закрыв глаза. Император ветра только усмехнулся и погладил их по головам. Как только они подошли к особняку, Тиа вышел вместе со всеми. Император ветра немедленно извинился, предоставив слугам проводить Тиа, Агату, Левкина и Левину по их комнатам. Тиа просто поставил свой багаж и вернулся к тренировкам. «Думаю, сегодня вечеринка начнется», – пробормотал Тиа. Недолго думая, он сразу же пошел в ванную и набрал огромный шар с водой, принеся его обратно в свою спальню. Он использовал свой телекинез и магическую силу, чтобы превратить воду в дракона. Теперь, когда у него в голове был четкий образ дракона, он мог реконструировать монстра мирового класса. Он простоял за его спиной час, пока ему не позвонили на ужин. Он присутствовал на ужине с императором ветра и двумя его внуками. Это был простой ужин, так как Тиа сразу же вернулся в свою комнату после того, как закончил. Однако кое-что ему нужно было сделать ночью. Вернувшись в комнату, он принес еще один шар с водой и направился в сад. Он почувствовал снаружи холодный ветерок и пошел в безлюдное место, где мог тренировать свою силу. Что Тиа сделал, так это просто двигал воду в соответствии со своим движением, в то время как он использовал свой телекинез, чтобы изменить ее форму несколько раз. Это был метод обучения Тиа, чтобы увеличить его выносливость и контроль. Удивительно, но Левкин и Левина как будто заметили его. Первой вышла Левина, потому что она посетила его комнату, желая поговорить с ним. Как она сказала ранее, Тиа был ее кумиром. Поскольку от Тиа не было ответа, она искала его и нашла в саду. Она и не подозревала, что Левкин сделал то же самое. Когда она подглядывала за Тиа издалека, она попала в его засаду. «Что ты здесь делаешь?»
Левина расширила глаза, глядя на Левкина. «У меня та же причина, что и у тебя». Левкин смущенно отвел взгляд. Он думал, что может многому научиться у тебя, поэтому проделал весь этот путь, чтобы встретиться с ним. «Твоя очередь еще не пришла. Кажется, дедушка хочет, чтобы я его тоже соблазнила». Левина надулась. «Ты». Левкин посмотрел на нее сверху донизу со странным выражением лица. «Что? Я такая же хорошенькая, как и его помощница. И мне еще 17 лет. Разве это не является в основном незаконным? Сейчас я просто строю фундамент. В течение года больше ничего не будет. Знаете, ему достаточно одного года, чтобы жениться. Вот почему я пытаюсь предотвратить это. Так что уходи. У меня есть кое-что важное». Левина уставилась на него. Однако их разговор на самом деле заставил их забыть, что Тиа может их слышать. Сказал он спокойным тоном, достаточно громко, чтобы они услышали. «Итак, когда ты собираешься выйти?» Левина и Левкин всполошились, так как первая тут же махнула ему рукой, чтобы он уходил. Но Тиа добавил: «Вы двое». Они замолчали, прежде чем выйти. «Итак, что вы двое здесь делаете?» — спросил их Тиа, даже не взглянув на них, как будто он был оскорблен их поступком. «Я просто хочу поговорить с тобой, идол». Левина мило улыбнулась, отвечая на его вопрос фразой, которую она заготовила все это время. Левкин что-то подумал и сказал: «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы заставили нас осознать, что мы все это время были не детскими по отношению к дедушке». Тиа вздохнул и почесал затылок. Он обернулся и посмотрел на них. «На самом деле, вы можете сделать это завтра. Мы запланировали спарринг, верно? Вы можете сделать это в это время. Но если бы я сказал это в присутствии дедушки, мне было бы слишком неловко». Левкин смущенно улыбнулся. «Я твой самый большой поклонник. Я не могу дождаться завтра». Тиа замолчал и сказал: «В любом случае, ты должен уйти отсюда. Скоро будет вечеринка». «Вечеринка?» Левина и Левкин сконфуженно наклонили головы. Но прежде чем Тиа успел объяснить, что он имел в виду, они с Левкиным вдруг посмотрели на забор и увидели, что к ним приближаются 15 человек. Левкин не мог не двигаться к Тиа, пытаясь защитить его. «Тебе нужно бежать отсюда. Я выиграю тебе время». Тиа не прислушался к его словам, просто выстрелил в них водяным драконом. Убийцы даже не удосужились закрыть лица, так как собирались умереть после этой миссии. В тот момент, когда они увидели дракона, четверо из них выступили вперед и разрубили дракона на куски. Бам! Вода вырвалась наружу, и все люди в саду промокли. «Не позволяйте ему использовать что-либо, что может издавать громкий звук. Нам нужно убить его в первой атаке и игнорировать две другие». Один из убийц изложил свой приказ. Они не ответили ему, но все знали, что у них есть только один шанс. Наблюдая за Тиа все это время, они поняли, что Тиа ждал их с самого начала. Они думали об отступлении, но знали, что Тиа и Император Ветра ожидали их прихода. Так что, даже если они вернутся, их убьют собственные хозяева. В таком случае лучше умереть после завершения миссии. Все 15 из них двигались к Тиа, поднимая оружие. «Я выиграю для тебя время. Пожалуйста, беги». Левина также прибыла перед Тиа, пытаясь отбиться от убийц. Но прежде чем они прибыли, Тиа сказал одну последнюю вещь: «Тиска, вы двое дураки. Вы ничего не сможете сделать с этими убийцами». Услышав это, Левина и Левкин хотели его опровергнуть. Они просто не могли поверить, что Тиа сказал такое, когда они рисковали своими жизнями, чтобы выиграть для него время. Однако эта мысль исчезла, когда убийцы оказались всего в нескольких футах от них. Левина и Левкин приготовились напасть на них, как вдруг порыв ветра коснулся их кожи и остановил всех убийц в воздухе. Все они, кроме Тиа, были шокированы тем, что произошло, когда Тиа сказал: «Тиска, если ты не можешь встретиться с ними лицом к лицу, тебе просто нужно позвонить тому, кто может». В воздухе Император Ветра стоял прямо, когда он сказал это холодным тоном. «Я еще не заснул, а ты смеешь устраивать здесь беспорядок». «Я еще не заснул, а ты смеешь устраивать здесь беспорядок». Все они были ошеломлены, когда увидели Императора Ветра, стоящего в воздухе. Они подумать не могли, что он ждал их все это время. Император Ветра просто махнул рукой в сторону, когда сильный ветер начал сотрясать тела убийц, прежде чем разорвал их изнутри. Убийцы буквально взорвались, оставив только кровь, немного неразорванной плоти и разорванную одежду. Тем не менее, Император Ветра использовал свой ветер, чтобы создать небольшой барьер в воздухе, не давая ничему размазать его особняк. После этого он спустился на
землю и парил в нескольких дюймах над землей, так как не мог использовать ноги. Дед Левина и Левкин сразу уже поприветствовали его. Тем временем Тя игриво сказал: «Вам не нужно убивать их всех. Что? Вы хотите получить их информацию? Это невозможно. Эти ребята даже лица не скрывают, так что очевидно, что в их телах нет никаких записей. И ваши враги никак не могут послать людей, которые будут говорить, что глупо, работодатели им тоже ничего не скажут». Другими словами, бесполезно оставлять их в живых. Император Ветра беспомощно покачал головой. «Это правда, но я думал использовать их в качестве предупреждения. Но, думаю, это не важно. Я просто немного изменю свой план». Тя вздохнул. «Это потому, что ты все оставляешь мне. Почему бы тебе не позаботиться о них? Ну, они... кажется, элитные убийцы, и если я буду сражаться с ними, я не уйду невредимым, не говоря уже о том, что я даже не могу использовать всю свою силу». Тя покачал головой. «Видишь ли, я все еще хочу испытать свою силу против талантливых людей. Это твоя проблема». Император Ветра пожал плечами. «В любом случае, я позабочусь об этом». «Спасибо». Тя кивнул, улыбаясь. Прежде чем уйти с шаром крови в воздухе, Император Ветра сказал: «Вы двое, не беспокойте сегодня гостя. Должно быть, он устал после того, как проделал весь этот путь». Левкин и Левина потерли щеки пальцами. Они повернулись к Тя и извинились за то, что побеспокоили его, прежде чем вернуться в особняк. Тем временем Тя на мгновение замер, закрыв глаза. «Ну, я думаю, есть несколько вещей, которые нужно сделать в течение следующих 2 дней. Тя вздохнул и наконец вернулся в комнату. Удивительно, но он не удосужился снова тренироваться, а просто лег спать, чтобы отдохнуть. На следующий день Тя и остальные пошли в сад, так как планировали устроить спарринг. Лиза неважно себя чувствует. «Надеюсь, ты не возражаешь, что она осталась сегодня в комнате». Тя улыбнулся, объясняя ее состояние. «Честно говоря, она просила меня не ездить сюда, так что да, она не хочет выходить». Император Ветра молчал, а Левина и Левкин думали сами по себе. «Разве это не значит, что я могу делать все, что захочу?» — подумала Левина, внутренне улыбаясь. «Хм, не знаю, хорошо это или нет, но я вижу, как человек по имени Теодор Гриффит действует без помощи своего помощника. Другими словами, все, что он делает, исходит исключительно из его собственных мыслей». Левкин закрыл глаза и кивнул головой. Через некоторое время Император Ветра, наконец, представил их снова. «Левкин хорошо владеет ветром, так что не стоит его недооценивать. Он хоть и не так хорош, как Жилов, но не так далеко. Хотя, я думаю, вы сильнее его. С нетерпением жду боя с тобой». Тя кивнул Левкину. «Также, что касается этой девушки, как насчет того, чтобы показать ему свое оружие?» Она приняла команду и призвала оружие. Оказалось, что ее оружием были огромные роботизированные руки, которыми пользовался его прошлый конкурент. Однако у Левины также была пара ботинок, которые соответствовали рукам, что позволяло ей использовать еще более мощную атаку. «Понятно. Так вот почему ты сказал, что ее сила исходит от ее оружия?» Тя понимающе кивнул. «Да. Она собирается участвовать в конкурсе Гранд Гая в следующем году как 2-й год. Так почему бы тебе не проверить, достаточно ли она хороша, чтобы участвовать в этом турнире? В конце концов, ты был предыдущим МВП». Император Ветра ухмыльнулся. «Я понимаю. Пожалуйста, позаботься обо мне». Левина улыбнулась. «Я не знаю, должен ли я просить об этом, но я хотел бы сразиться с тобой в полную силу. По некоторым обстоятельствам это невозможно». Тя беспомощно покачал головой. «Но тебе не нужно сдерживаться, потому что ты не сможешь коснуться меня даже с моей нынешней силой». Левина замолчала. Она хотела опровергнуть его, сказав, что может оказаться сильнее, чем ожидала, но думала, что у тебя может быть такая сила. Поэтому она только замолчала и приняла его слова. «Я понимаю, я с нетерпением жду нашего боя». «Ага, в любом случае, ты можешь использовать все, что у тебя есть, чтобы победить этого парня». Император Ветра указал на сад. «Это будет область битвы. Не нужно думать обо мне, когда вы атакуете своего противника, потому что меня мало волнует сад. Его все равно можно восстановить снова. Так что, да, убедитесь, что вы не сдерживаетесь и не разочаруете меня. Я остановлю бой, когда он станет опасным». Император Ветра на мгновение задумался и заявил: «Теодор Гриффит – чудовище. Это то, что я могу сказать с уверенностью. Если ты его недооценишь, ты дорого заплатишь за это. После боя я попытаюсь объяснить тебе все, что тебе нужно улучшить. Вот и все. У тебя есть что-нибудь, что ты хочешь сказать?» Левкин и Левина одновременно покачали головами,
Атиа сделал шаг назад, выходя на арену. Хорошо, кто сразится с ним первым? Левкин и Левина переглянулись, прежде чем последняя подняла руку. Я слабее его, поэтому его бой, вероятно, продлится дольше. Следовательно, я буду драться с ним первым. Кроме того, мы должны предположить, что мы ничего не знаем о наших противниках в соревновании Великой Гаи, хотя у нас есть некоторые данные о них. Хорошо, иди. Левина кивнула императору ветра и направилась к Тиа. Пожалуйста, позаботься обо мне. Тиа кивнул с улыбкой. Начало матча. Матч начинается. В тот момент, когда они услышали голос императора ветра, Левина немедленно бросилась вперед. Она преуспела в ближнем бою, поэтому думала, что ей нужно все время приближаться к своим врагам. Тиа, с другой стороны, поднял свое копье и направил его на нее с улыбкой на лице. «Вот и я!» — крикнула Левина, нанося удар. Тиа нахмурил брови, когда увидел вращающийся ветер вокруг ее роботизированной руки. Такое ощущение, что она использовала его как дрель. В конце концов, Тиа принял атаку одним своим копьем. Тиа был удивлен силой, когда ему удалось оттолкнуть его копье. Хотя она не пробила его защиту, ее сила превзошла его ожидания. Хм, этот круговой ветер действует как дрель, увеличивая проникающую силу. В то же время вес за роботизированной рукой поднимает этот удар на новый уровень. У нас должно быть около 300 уровней разрыва, так что это весьма удивительно. Тиа на мгновение задумался. Ха, закричала Левина, снова пытаясь толкнуть его. Твоя сила хороша, но тебе не хватает гибкости, чтобы что-то делать. Если твой противник не заботится о твоей силе, сказал Тиа, отталкивая ее руку в сторону, позволяя ей скользить по его копью. Это заставило Левину сделать шаг вперед, вступив в защиту Тиа. После этого он ударил ее коленом в живот, прежде чем использовать телекинез, чтобы отправить ее обратно. Вы будете поражены, как это. Гах. Левина расширила глаза и приземлилась на землю в нескольких футах от нее, прежде чем несколько раз кашлянуть. Извини, но если ты решишь сразиться со мной, я без колебаний побью тебя. Тиа пожал плечами. Левина глубоко вздохнула и улыбнулась. Нет, это то, чего я хочу. Она снова бросилась на Тиа с другим кулаком. Твоя сила хороша, но ни в коем случае не самая сильная. Тиа улыбнулся и поднял левую руку вперед. Его телекинез и магическая сила начали течь, создавая более сильный шторм, чем ветер, циркулирующий в ее руке. Однако силы оказалось достаточно, чтобы сдуть ее. Каха. Левина стиснула зубы. То, что ты делаешь, это используешь только свою силу ветра. Тебе также нужно включить магическую силу и контроль. Я даже смягчил ее до уровня, который Нелла использовала во время боя. Тиа сузил глаза. Левина явно знала Неллу. Она была одним из сильнейших соперников в конкурсе Гранд Гая. Хотя ее достижения были омрачены Тиа, одна только ее сила, вероятно, была самой сильной среди младших поколений. Так что личное переживание не могло не взволновать Левину. Понятно, мне нужно стать сильнее. Левина улыбнулась, на этот раз идя к нему обеими руками. Удивительно, но когда она положила циркулирующий ветер на обе руки рядом, ветер ассимилировался и создал мощный торнадо. Торнадо полетел вперед, планируя поглотить Тиа. Тиа просто мгновение смотрел на него, прежде чем использовать расширение магической силы. Он взмахнул копьем, как летучая мышь, и высвободил необычайную силу расширения магической силы. Произведенная им ударная волна была огромной, уничтожив атаку Левины в одно мгновение. Она даже улетела. Если бы император ветра не использовал свой ветер, чтобы поймать ее, она была бы выброшена за забор. Не сдерживаюсь против моей внучки. Император ветра улыбнулся. Ты должен помнить, что Нелла использовала в борьбе со мной, верно? Навык ранга Б. Левина ответила первой. Она посмотрела на тебя решительным взглядом. Извините, что показываю вам такое зрелище, но если это возможно, могу ли я продолжить бой? Конечно. Тиа кивнул с улыбкой. Большое спасибо. Левина поблагодарила его и снова атаковала. На этот раз она помахала обеими руками сбоку. Ветер начал яростно двигаться в сторону Тиа, пытаясь зажать его до смерти. Тиа посмотрел на это и сказал: «Это хорошая вещь, чтобы помешать вашему противнику, хотя этого все же недостаточно». После этого он махнул рукой в сторону, создавая еще один шторм, чтобы разрушить тот, что справа от него. С таким открытием он, не колеблясь, покинул это место. Именно в это время Левина использовала всю свою силу, чтобы увеличить скорость, подбрасывая ее в сторону Тиа и пиная его сзади. Тиа внезапно повернулся и ударил ее ногой, повалив ее на землю. После этого он ударил ее кулаком в грудь и сдул ее. Бам! Левина на несколько секунд взлетела в воздух, прежде чем покатиться по земле. Ха! Левина стиснула зубы и посмотрела вверх. Это вот как ваш противник отреагирует,
Если вы сделаете такой очевидный ход, легко видеть, что вы планируете заставить меня двигаться с такой силой. Так что ваш противник, не колеблясь, переместится в одну сторону и ударит вас. Тя улыбнулся. Но так ли отреагируют конкуренты? Левина нахмурилась. Да. Вот почему ты должен быть на шаг впереди них. Ты можешь использовать ветер всем своим телом, верно? Тя улыбнулся. Да. Левина яростно закивала и встала. Тогда вместо того, чтобы использовать обе руки, почему бы вам не сделать это более очевидным, используя только левую или правую руку? Что ты имеешь в виду? Вот я покажу тебе. Тя побежал к ней. Левина тут же подняла обе руки, пытаясь своей силой отменить эту атаку. Тя махнул левой рукой, когда его телекинез начал подталкивать ветер к ней слева. Увидев эту атаку, Левина поняла, что ей нужно перейти на другую сторону, чтобы не использовать всю свою силу, чтобы заблокировать эту атаку. Отсюда она отпрыгнула в сторону, спасаясь от ветра. Как и она, Тя также появился сзади, чтобы напасть на нее. Зная это, Левина тут же повернулась, чтобы ударить его. Однако она внезапно почувствовала давление, прижимающее ее к земле, что привело к поздней реакции. Это дало Тя возможность ударить ее, так как ранее она также пострадала от сильного ветра. Гах! Левина неудержимо закружилась в воздухе, прежде чем упасть на землю. В ее голове был только один вопрос. Почему был мощный толчок сверху, когда она ясно чувствовала телекинез Тя в его ударе? Вы знали, что произошло раньше? Тя улыбнулся. Левина не могла ему ответить, так как понятия не имела. Все выглядело так же, кроме первого хода. Именно в это время Левкин не мог не отвиснуть от потрясения. Ни за что. Левина с ошарашенным видом повернулась к Левкину. Он на самом деле использовал первое движение, чтобы заставить вас пойти в указанное место. И прежде чем он напал на вас сзади, во время бега он пнул воздух в спину, создал сильный шторм и обрушил его прямо на вас в идеальное время, тем самым мешая вам двигаться. Хотя эксперты высшего ранга могли чувствовать эту силу, участники соревнования не могли ее почувствовать. Вот почему вы не могли двигаться. Левина была ошеломлена, когда поняла, почему Тя спросил ее, может ли она использовать свой ветер со всего тела. После этой атаки ты можешь сделать то же, что и раньше, то, что заманило меня в ловушку с двух сторон. Таким образом, твой противник подумает, что может быть еще одна засада сверху. И когда вы на самом деле сделали одностороннюю атаку, они могли бы даже пробиться через этот мощный шторм, чтобы сделать что-то немыслимое. Но это просто глупый ход, потому что вы могли бы переместиться в это место в одно мгновение. Это применимо, если вы захватили их с двух сторон. И если вы действительно использовали угол, чтобы поймать их, у них был только один возможный ход. Тя ухмыльнулся. Это для того, чтобы противостоять мне лицом к лицу. Левина втянула холодный воздух. Точно. Ты можешь показать им свою мощную рукопашную схватку и бросить их сюда. Теперь, когда у них нет охраны, они скоро признают поражение. Тело Левины дрожало. Подумать только, было бы так много вещей, которые можно было бы сделать одним движением. И единственным требованием для этого было заставить их думать что-то подобное, проделав трюк Тя. Заманить кого-то в ловушку – это нормальная тактика. Но если вы заставите их слишком много обдумывать, вы действительно сможете заставить их делать то, что вы хотите, добавил Тя. Вот так, дьявольский ублюдок. Император Ветра усмехнулся. Проще говоря, то, что вы делали ранее, уже было великолепно на вашем уровне. Но это было просто для того, чтобы загнать вашего противника в угол. Он контролировал вас до вашего поражения. В этом разница между шахом и матом. Левина была ошеломлена, когда поняла, что была слишком ограничена в том, как она использовала свою силу. Большое спасибо. Левина торопливо поблагодарила Тя за урок. Все в порядке. Тя махнул рукой вниз, считая, что это не имеет большого значения. Левкин просто не мог поверить, что Тя может сделать столько трюков одним движением. А если бы они сочетали одно движение с другим, эффект усиливался бы. Левина тоже это знала. Вот почему она могла видеть так много вещей, которые нуждались в улучшении. Если до того, как ее айдол был немного навязан ее семейными обстоятельствами, то, получив этот совет, она действительно стала его поклонницей. Хорошо, давайте остановим спарринг с этим. На лице Левины было чувство сожаления, когда она услышала эти слова. Тем не менее, она не могла этого показать, потому что так много получила от него. Один только этот совет можно было применить где угодно, если она была достаточно изобретательна, чтобы придумать его. Я понимаю. Еще раз большое вам спасибо. Левина приняла его и поблагодарила за такой урок. Она вернулась к дедушке, чтобы выслушать его лекцию. Думаю, мне не нужно говорить много вещей,
поскольку он рассказал о большинстве из них для меня. Что вам нужно сделать прямо сейчас, так это узнать свои сильные стороны и использовать их до самого предела. Как он сказал, то, что у вас есть прямо сейчас, уже достаточно хорошо. Но если вы хотите быть одним из лучших представителей молодого поколения в этом соревновании, вам нужно использовать что-то вроде этого. У тебя еще есть больше года, чтобы сделать это. Докажи, что ты сильнее всех. Император Ветра улыбнулся. Да, дедушка, я не разочарую тебя. Она кивнула с серьезным выражением лица. Хорошо, просто смотри следующую битву. Затем Император Ветра взглянул на Левкина, сигнализируя ему идти. Он кивнул и подошел к Тиа. Пожалуйста, позаботься обо мне. Также Тиа кивнул. Начинать, объявил Император Ветра. Левкин, не колеблясь, использовал всю свою силу, не желая недооценивать Тиа. Он создал 5 торнадо одновременно, пытаясь поглотить Тиа со всех сторон. Тиа посмотрел направо и поднял палец. Огромная стена вдруг возникла из-под земли, прикрывая его от правого смерча. Император Ветра внезапно нахмурился, увидев эту стену, но ничего не сказал. Тем временем Тиа использовал свое расширение магической силы и создал мощную ударную волну слева. 2 торнадо слева были уничтожены, а 1 торнадо ударил в стену справа от него, оставив позади только 2 торнадо. У Тиа не было проблем с тем, чтобы избежать этих 2 торнадо. В то же время Левкин не мог не отступить назад, словно что-то чувствовал. Что это такое? Левкин удивленно округлил глаза. Что-то грядет, но я не знаю, что это такое. Внезапно он посмотрел на землю и прыгнул вверх. В это время из-под земли вылетело 20 волшебных пуль. Он попытался улететь, чтобы избежать их, но Тиа активировал их способность слежения, не позволяя ему уйти. В итоге Левкин создал порыв ветра, достаточно сильный, чтобы разрушить волшебную пулю. Бум-бум-бум. Волшебные пули взрывались одна за другой, позволяя Левкину восстановить свои позиции. После этого он полетел к Тиа, несколько раз махнув рукой. Ветер начал двигаться в случайном направлении и вскоре поймал Тиа в сферу ветра, которая сильно двигалась в случайном направлении. Одного удара по ним было бы недостаточно, чтобы разрушить эту технику. Вскоре за пределами ветровой сферы появилась фигура Тиа. Левкин ждал, когда Тиа воспользуется своим блинком, и воспользовался этой возможностью, чтобы ударить его. Тиа даже не отреагировал, так как вскоре исчез при ударе. После этого 2 Магитс Буллет взлетели в воздух с противоположной стороны и разделились на 20, прежде чем попасть в Левкина. Что-что? Левкин расширил глаза, никак не ожидая, что контроль Тиа достиг такого уровня. Он стиснул зубы и замахал руками, пытаясь создать еще один сильный шторм, чтобы уничтожить все волшебные пули. Бум-бум-бум. Волшебные пули уничтожались одна за другой, так как ему каким-то образом удалось сбить их всех. Однако Тиа уже сделал свой следующий ход. Когда Левкин уже собирался вернуться к Тиа, он увидел, как к нему летит валун размером с его тело и ударил его в лоб. Гах! Левкин почувствовал боль от удара. Несмотря на то, что он окутал свое тело ветром, камень все еще обладал мощным импульсом. Но это еще не все. Тиа не собирался позволять ему выздоравливать, так как он уже был над его головой. Его навык телепортации. Левкин расширил глаза и поднял обе руки, блокируя копье. Вихрь был достаточно силен, чтобы отразить копье, но телекинез Тиа все же прижал его к земле. Бам! Левкин еще не был вне опасности. Как только он оказался на земле, он откатился в сторону, когда Тиа приземлился на прежнее место, как будто хотел растоптать его. После этого у Левкина наконец-то появилось время привести мысли в порядок. Наблюдая за ними, Император Ветра спросил. Итак, что ты думаешь? Ты думаешь, что хочешь сразиться с ним в полную силу? Левина посмотрела вниз, чувствуя смущение от того, что она сказала ранее. Она поняла, что разрыв между ними слишком велик. Если бы Тиа действительно серьезно сражался с ней, она бы проиграла с самого первого хода, когда волшебные пули Тиа вылетели из-под земли. Тем временем Левкин несколько раз взмахнул руками, создавая сильный ветер, поднявшийся в воздух. Из-за постоянного толчка снизу Тиа не мог не парить. Тиа и Левкин тут же воспользовались собственной силой, чтобы взлететь в воздух. Левкин тут же поднял руку. Поскольку он был расстроен, он не мог не выкрикнуть название своего навыка. Дракон ветра. Тиа улыбнулся и сказал. Вот что я получил от последнего боя. Он поднял свое копье над головой,
когда его телекинез начал вращать поток воздуха, точно так же, как когда Левина наносила свой удар. Он больше не использовал простой толчок, так как получил что-то более полезное. При таком бурном толчке сила стала бы еще более концентрированной, что привело бы к более сильному толчку. Тем не менее, Левкин бросил ему вызов ветром, превратившимся в голову дракона. Внутри этой головы дул ветер в нескольких направлениях, поэтому, если бы его проглотили, его бы разорвало на куски. Тем не менее, Тео просто ударил дракона по голове и использовал сильный толчок, чтобы изменить направление ветра, и в конечном итоге сбил голову с ног. Голова дракона ударилась о землю и создала мощную ударную волну, которая потрясла сад, но не затронула двух истребителей в воздухе. Затем они полетели навстречу друг другу для еще одного столкновения. Увидев такое движение, Левина не могла не ахнуть. Разве это не мой? Да, для него все является тренировкой. Неважно, слаб его противник или силен, пока он видит что-то уникальное, он хочет включить это в свой собственный репертуар. Вот почему Теодор Гриффит может стать таким сильным за короткий период времени. Однако это также требует большого таланта. Не пытайтесь подражать ему, так как вы получите травму. Но я рекомендую вам уважать своих врагов, независимо от того, сильны они или нет. В конце концов, у них может быть что-то, чему стоит научиться. Это другое дело. Вот что я имею в виду, говоря, что не подражаю ему. Я понимаю. Я не буду безрассудным. Левина яростно закивала, зная, что она может многому научиться, просто наблюдая за Тео. Как и она, Левкин был потрясен, так как никак не ожидал, что предыдущий бой сделает его сильнее. Ха! Левкин поднял руку и сложил гигантскую ладонь над головой Тео. Тео поднял голову и накрыл свое копье расширением магической силы, пронзив ладонь. Но сила ладони оказалась сильнее, чем ожидалось, и повалила Тео на землю. Бам! Тео рухнул на землю, когда пыль поднялась в воздух, накрывая его. Левкин планировал безжалостно атаковать его, чтобы заплатить за предыдущую полученную комбо, но в него внезапно полетело копье. Он бросил свое копье. Левкин был потрясен и поспешно уклонился от него. Он никогда не думал, что Тео выбросит свое оружие. Но когда он посмотрел в глаза копью, когда оно прошло мимо него, он понял, что копье содержит мощную магическую силу. В этот момент он понял, что на самом деле это его волшебная пуля превратилась в копье с помощью его контроля и иллюзии. Ша-бум! Копье взорвалось и отбросило его. Левкин заметил, что Тео на самом деле инсценировал свое падение, потому что хотел ослабить бдительность. И он воспользовался этой возможностью, чтобы использовать свой блинк, чтобы появиться позади Левкина и атаковать его. Левкин ухмыльнулся, когда он использовал ветер, чтобы развернуть свое тело, и использовал ногу, чтобы создать мощный шторм, который поразил его копье. «Не недооценивайте меня!» Тео в шоке расширил глаза, борясь с мощным ветром, хотя Левкин высвободил всю свою силу в этой атаке, отбив копье. «Я получил его!» — думал Левкин, считая, что это шанс победить Тео. Однако Тео просто улыбнулся, подняв левую руку. Прежде чем Левкин смог добраться до него, телекинез произвел удар, остановив его, как будто он ударился о стену. Затем Тео развернул его тело и ударил сверху. Давление раздробило его тело и повалило на землю. Левкин явно хотел откатиться в сторону, но Тео фактически подтолкнул к нему ладонь, выпустив прием, который он постиг, когда несколько месяцев назад его посетил Император Ветра. Бам! Давление замкнуло Левкина в этом состоянии, когда Тео приземлился на него сверху. Он превратил свою магическую силу в копье и направил его на шею Левкина. Это конец. Тео вытащил копье и отступил в сторону, позволяя Левкину встать. Тем временем Император Ветра качал головой, не зная, что сказать. Даже не объясняя причину, он уже понял, почему Тео мог так легко победить его. Я ослабил бдительность только потому, что думал, что одержал верх. Я не должен был так реагировать. Он стиснул зубы, разочаровавшись в себе. Он изо всех сил бил головой о землю, пока земля не треснула. Бам! Тео взглянул на него, а Император Ветра прищурился. «Прошу прощения за то, что показал вам это смущение». Левкин стиснул зубы, одновременно извиняясь перед Тео и Императором Ветра. Тео взглянул на суровое лицо Императора Ветра, прежде чем пожать плечами. «Мне на это наплевать, но бой может длиться дольше». Левкин сжал кулаки, не оправдывая собственного промаха. Затем Тео посмотрел на Императора Ветра и сказал: «Извините, но мне нужно пораньше уйти на пенсию». «Идти». Император Ветра кивнул. После того,
Как Тиа вернулся в особняк, император Ветра наконец посмотрел на Левкина. «Ты знаешь свою ошибку?» «Да, я совершил ошибку, которую вы сказали мне избегать». Левкин стоял на коленях на земле головой вниз. Он не смел даже взглянуть в лицо дедушке. «Вы не недооценивали его». Император Ветра беспомощно покачал головой. «Это потому, что я баловал Жилова, что маленькое достижение могло тебя так обрадовать, что ты ослабил бдительность». Левкин молчал. Было видно, что его тело дрожит. «Послушай меня. Это нормально быть счастливым, когда ты чего-то достиг, но независимо от того, большое это достижение или маленькое, ты не должен ослаблять бдительность, особенно когда враг прямо перед тобой. Иногда враги позволяют вам сначала победить, прежде чем победить вас вот так. Вот почему, когда вы все спрашивали моего совета, я всегда говорил вам практиковать свое покерное лицо. Таким образом, ваш враг не мог уловить ваши эмоции, что позволило им сделать вывод о вашем следующем решении. Конечно, вы можете свободно выражать свои эмоции в бою, но это возможно только в том случае, если вы зарекомендуете себя как Теодор Гриффит. В конце концов, никто не поверит в то, что он планирует сделать. Улыбка может быть блефом или признаком того, что вы попали в его ловушку. Чем больше вы думаете, тем глубже вы падаете. Но мы другие. Мы царь, семья король, мы правители. Есть только две эмоции, которые мы можем выразить в битве. Первый будет с покерфейсом, а другой будет холодным и отчужденным. Первый будет работать все время, а второй – просто показать или блефовать своим врагам, что у вас есть козырь. Разве это не высокомерие? Всем легко? Император Ветра глубоко вздохнул и на мгновение остановился. Как бы то ни было, я даю тебе еще один шанс. Завтра, если ты посмеешь указать мне на ту же ошибку, ты должен быть готов к тому, что произойдет. Тело Левкина трясло, но он понимал, что у него есть второй шанс. Он ответил вслух. Да, я не разочарую тебя. Тебе бы лучше быть. Император Ветра подтолкнул свою собственную инвалидную коляску к особняку, оставив двух братьев и сестер одних. Он собирался встретиться с Тиа. Последний ждал его прямо за входными дверями. Вот такие они, вздохнул император Ветра. Я знаю, почему ты показываешь их мне. Тиа на мгновение замолчал. Ну, я думаю, что я получил много вещей от этого визита. И есть еще завтра. Не волнуйся, я выполню свою часть. Император Ветра вздохнул. Мы договорились об этом. Тиа пожал плечами. В любом случае, я хотел бы кое о чем вас спросить. Что это такое? Я хотел бы сразиться с императрицей. Император Ветра замолчал. Он посмотрел вниз, обдумывая свои слова. По какой причине? Я же говорил тебе, я планирую улучшить себя. Тиа объяснил. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы получить как можно больше, прежде чем улучшать все свои техники. Итак, хочешь посмотреть, как сражается императрица? Да. Я чувствую, что могу многому у нее научиться. Тиа кивнул. Ты бы не продержался долго, даже если бы она ограничила свою силу. Я знаю. Несколько ходов в порядке. В таком случае, я могу помочь тебе с этим. Император Ветра согласился. Однако он поднял палец. При одном условии. Что это такое? Я хочу, чтобы записи о ваших битвах были учебным пособием для молодого поколения царя. Запись моих сражений. Ага. Предыдущие бои я записал тайно и планирую рассказать после этого. Если вы не согласны, я просто удалю это. К счастью, есть этот договор. Что касается вашего боя с дворцом императрицы, то его покажут для многих людей, так что нет смысла просить об этом. Как насчет этого? У тебя есть одна маленькая просьба, у меня тоже есть. Император Ветра ухмыльнулся. Тиа на мгновение задумался и кивнул. Я в порядке. Не то чтобы я собирался использовать один и тот же стиль боя снова и снова. Я не хочу, чтобы кто-то привык к моему стилю боя, иначе он знает, как ему противостоять. Ха-ха, конечно. Хотя будет сложно постоянно менять свой боевой стиль. Я сам об этом позабочусь. Хорошо, у нас есть сделка. Император Ветра улыбнулся. Тем не менее, великолепная битва у вас там была. Создав иллюзию и спрятав в них свою волшебную пулю и магическую силу. Даже те гигантские камни, которые пытались раздавить его, усилились вашим телекинезом, выглядели реальными. Вы могли легко использовать деревья или воду в будущего и соедините его со своей силой. И ваш враг не узнает, было оно реальным или нет. Ха. Тиа пожал плечами. Император Ветра пожал плечами. В любом случае, ты должен пополнить свою магическую силу. Завтра будет взрыв. Действительно. Поговорив с императором Ветра, Тиа заперся в своей комнате, готовясь к спаррингу на следующий день. Они направились прямо к дворцу императрицы. Из-за формальности ему нужно было встретиться с императрицей для такого рода спарринга, чтобы показать свою искренность. Обычно их сопровождал нынешний глава царя,
но у них был гость, Тиа, так что этим вопросом занимался император Ветра лично. По дороге Левкин и Левина не знали, что происходит снаружи. Только Тиа и император Ветра знали, что они в ужасной ситуации. Он продолжал тайно высвобождать свою силу, чтобы тревожить людей снаружи. После этого он посмотрел на Тиа кивком, показывая ему, что чувствует их. Тиа на мгновение задумался и кивнул в ответ, зная, что он может сделать в этой ситуации. Тем временем люди снаружи, которые следили за ними, обильно потели. Один из них сказал: «Император Ветра внутри машины. Должны ли мы атаковать?» – спросил другой, глядя на машину. Все они были экспертами мифического ранга, поскольку они готовились сразиться с несколькими экспертами мифического ранга из России, чтобы убить Тиа. «Подождите немного. Согласно расписанию, они вернутся, как только спарринг закончится. Пусть дворец императрицы их немного утомит. Ведь у Теодора Гриффита есть пространственное мастерство. Значит, мы собираемся напасть на них по дороге домой? Да. Я верю, что император Ветра тоже нас почувствовал. Это не имеет значения. Хотя он силен, он уже такой старый. Он не может защитить тебя в одиночку. Понятно. Каков план? Команда А устроит переполох вместе А, привлечет внимание полиции и помешает им там. Команда будет сдерживать императора Ветра вместе с экспертами от царя, если они есть. Команда С убьет Теодора Гриффита и всех скрытых экспертов. Как только мы его убьем, мы отступим. Роджер. План атаки на время был остановлен, что позволило Теа благополучно добраться до дворца императрицы. Когда он посмотрел в окно, то был поражен дворцом императрицы. Хотя я слышал об этом, дворец действительно чертов замок. Тиа беспомощно покачал головой. Замок был построен из серого кирпича, чтобы казаться древним, что повышало его художественную ценность. К сожалению, внешняя стена замка на самом деле не была кирпичной, иначе он увидел бы сторожевые башни по углам. Замок был защищен металлическими заборами, которые, казалось, были укреплены мощным материалом, а перед входом стояли 4 человека, ожидая их прихода. Это были императрица, она, Алия и еще один талантливый человек из ее дворца. У нее были длинные черные волосы, собранные в хвост. Ее возраст не казался намного моложе Алии. Учитывая, что он впервые увидел императрицу, Тиа прищурил глаза, наблюдая за ее внешностью. Несмотря на то, что она была такой старой, она все еще выглядела как женщина средних лет, которая в настоящее время принимает пожилой вид. Ее белые волосы лежали на спине, когда она смотрела на машину своими острыми светло-голубыми глазами. Первым вышел Левкин, готовивший инвалидную коляску для императора Ветра. После этого император Ветра вышел с помощью своего Ветра и Левины. Когда они собирались толкнуть инвалидную коляску, чтобы поприветствовать императрицу, последний парень от царя потряс их всех. Это был Тиа. Императрица нахмурилась, не думая, что император Ветра действительно приведет Теодора Гриффита на этот спарринг. Это мероприятие было традицией, когда они отправляли свои самые талантливые молодые поколения, чтобы соревноваться друг с другом. Это было не время для постороннего, как он, чтобы участвовать. И поскольку император Ветра осмелился нарушить эту традицию, императрице нужно было действовать с особой осторожностью. Тем временем она и Алия смотрели на Тиа, понимая, что они будут конкурировать с ним. Даже у них не хватило уверенности победить Тиа в бою, потому что манипуляции Тиа на поле боя были первоклассными. Тиа просто шел сзади Левина и Левкина со спокойным выражением лица, не заботясь об их мнении. Ну, это было какое-то время. Император Ветра улыбнулся. «Я потеряла дар речи. Только подумать, что ты собираешься привести сюда чужака». Императрица прищурилась. «Не говори так. Сегодня у нас будут только товарищеские матчи. Кроме того, этот парень должен взять на себя ответственность за то, что выгнал одного из участников». Император Ветра вдруг ухмыльнулся. «Кроме того, разве вам не полезно увидеть его своими глазами?» Ходили разговоры о совместной операции между ней и императором Ветра, чтобы позволить их молодому поколению сформировать группу для исследования другого мира. Это было предложено, чтобы у Алии и Аны была возможность пойти с Тиа. Следовательно, увидеть его способности из первых рук было бы очень кстати, потому что она знала бы настоящую силу Тиа, поскольку она или Алия должны быть в состоянии использовать весь его потенциал в бою. Императрица на мгновение замолчала, прежде чем покачать головой. «Меня устраивает, хихи». Император Ветра усмехнулся. «Конечно, чтобы отплатить вам за то, что вы позволили этому случиться, давайте изменим правила конкурса». «Хо, что ты хочешь предложить?» «Мы отправим наших участников и позволим им сражаться,
пока один из них не будет побежден. Как обычное правило, императрица согласно кивнула. Вот в чем поворот. Победитель будет продолжать сражаться, пока не потерпит поражение. Император Ветра ухмыльнулся. Императрица была удивлена. Она подумала: этот старый демон, он что-то замышляет? Я уверен, что мои люди смогут победить Левину и Левкина, в результате чего Тиа будет драться несколько раз. Таким образом, я действительно могу раскрыть весь его потенциал. Что ты задумал? Холодно спросила императрица. Ничего. Я просто хочу дать молодому человеку шанс. Я хочу, чтобы вы сразились с ним, так как я не думаю, что ваших людей для него достаточно. Император Ветра ухмыльнулся. Лицо императрицы помрачнело. Это громкое слово для тебя. Я согласен, если твоя сторона выиграет, я встречусь с самим Теодором Гриффитом, чтобы показать разрыв между нами. Если ты проиграешь, ему нужно будет присоединиться к моему дворцу для выполнения задания. Император Ветра взглянул на Тиа, который позже кивнул. Конечно, императрица вывела их на огромное поле, расположенное за замком. Там было несколько человек, которые ждали их, желая стать свидетелями сражений. Тем не менее, они были ошарашены, когда увидели Теодора Гриффита среди трех участников. Все они сразу же неправильно поняли, что произошло, думая, что царю удалось заполучить Тиа в качестве одного из них. Другими словами, может быть брак или что-то в этом роде. Император Ветра даже не удосужился развеять их сомнения, а просто двинулся в указанное место, где мог наблюдать за битвой. Тиа и другие остались рядом со своими лидерами, пока императрица спросила. Итак, начнем? Конечно. Император Ветра улыбнулся и посмотрел на Левину. Идти. Левина подчинилась и пошла на поле. Императрица также прислала участника. Это была третья женщина. Юрий, иди. Понятно, мастер. Юрий вежливо кивнул и подошел к Левине. Левина просто кивнула, зная, что Юрий был намного сильнее ее. Хотя ее сила была не такой сильной, как у Левкина, она все же не была тем, с кем она могла справиться. Итак, Левина пыталась придумать способ победить ее. По крайней мере, ей нужно было заставить Юрия употребить все свои силы, чтобы не смущать царя. С опытом вчерашнего спарринга она призвала свои роботизированные руки и ноги. Так как Левина ничего не сказала, Юра промолчал и поднял лук. «Ты первый», — уверенно сказал Юрий, зная, что Левина ее не победит. «Цыка». Левина цокнула языком и бросилась вперед. По дороге она подняла руку и накрыла ее мощным штормом. Юрий натянула лук и выпустила стрелу. Стрела была сделана из магической силы, поэтому, когда Левина ударила по ней своей роботизированной рукой, произошел небольшой взрыв, отбросивший руку. Бам! Тело Левины сдвинулось вперед и вот-вот споткнется. Однако Левине удалось восстановить контроль после использования силы ветра. Юрий воспользовался этим шансом, чтобы отправить еще одну стрелу в Левину, планируя использовать брешь в ее защите, чтобы победить ее. Левина также использовала инерцию своей руки, чтобы развернуть свое тело, пиная воздух перед собой. Этот ветер оттолкнул стрелу назад, и она начала лететь обратно к Юрию. Юрий без усилий уклонился от него, сделав шаг вправо и вытащив еще одну стрелу. Левина не хотела позволять ей задавать темп боя, поэтому махала обеими руками вверх и вниз. Ветер начал яростно двигаться вверх ногами, пытаясь снова поймать стрелу. Увидев это, Юрий решила пойти в другое место, чтобы выпустить стрелу. Но это предсказывала Левина, следя за ее движением, петляя вокруг нее. Юрий без колебаний выпустил в нее стрелу. Удивительно, но Левина решила схватить стрелу своей роботизированной рукой. Ее тело вращалось, поглощая импульс. Это был идеальный момент, чтобы напасть на Левину, но Юрий ничего не сделала, как будто она пыталась дать Левине шанс. Однако настоящая правда была иной. При вращении Левина посылала во все стороны мощный ветер, контролируя их, так что он касался кожи Юрия. Таким образом, она начала бы задаваться вопросом, была ли это ловушка или нет. Увидев нерешительность в действиях Юрия, Левина ухмыльнулась. Она приземлилась на землю и подняла обе руки. Внезапно ветер поднял Юрия вверх. Юрий нахмурилась, но все еще сохраняла спокойствие. Она подняла свой лук, чтобы атаковать ее с воздуха. На этот раз она выпустила три стрелы в быстрой последовательности, пытаясь атаковать Левину с трех разных направлений. Левина смотрела на приближающиеся стрелы и использовала время, необходимое стрелам, чтобы двигаться вперед, планируя спрятаться под Юрием. В итоге стрелы пропали, и Юре пришлось немного сдвинуть свое тело, чтобы найти Левину. После этого ей нужно было сделать сильный выстрел из-за неустойчивого тела при плавании. Ее стрела начала светиться зеленым светом, поскольку на этот раз она планировала поразить Левину. Юре внутренне улыбнулась, так как это было время,
которого она ждала. Чтобы наполнить стрелу силой, требовалось время, поэтому она использовала это время, чтобы ударить по земле, раскалывая почву. После этого она подняла обе руки, создав большой торнадо, который унес всю грязь и камни в воздух. Среди них был даже небольшой валун. Все пошло вверх, пытаясь поглотить Юрия. Я думал, что царь использовал свою необычайную силу только для борьбы, а не для таких трюков, подумал Юрий, понимая, что если торнадо поглотит ее, у нее будут проблемы, учитывая, что камни и грязь попадут прямо в нее. Поэтому она сформировала другой тип стрелы и пустила ее в землю, далеко от Левины. К стреле была прикреплена цепь, сделанная из магической силы, так что Юрий просто потянула за цепь, чтобы спастись от ветра, который продолжал подталкивать ее вверх. Теперь, когда она была свободна, она планировала благополучно приземлиться и быстро атаковала Левину. Однако Левина помешала ей, бросившись вперед, пытаясь занять ее ближним боем. Юрий была уверена, что сможет поразить Левину до того, как она доберется до нее, поэтому она сразу же выпустила в воздух три стрелы, готовясь выпустить их в тот момент, когда она приземлится на землю. Но все пошло не по образу в ее голове. В тот момент, когда ее ноги коснулись земли, она внезапно почувствовала мощный толчок к земле, пытаясь ограничить ее движение. Нет. Юрий первая издала звук, когда она использовала всю свою силу, чтобы преодолеть постоянное давление и выпустить стрелы. Левина стиснула зубы и нажала стрелы. Она была зла, потому что до удара оставалось всего 2 фута. Она выпустила пронзительный кулак, но стрела была намного сильнее ее, потому что в ней была вся сила Юрия. Левина закружилась в воздухе. Она попыталась стабилизировать свое тело, но Юрий уже выпустил еще одну стрелу. И это был конец битвы, когда император ветра выпустил свой ветер, чтобы остановить стрелу, в то время как императрица сказала: «Достаточно, ха». Несмотря на победу, Юрий кусала губы. Если бы не внезапное давление сверху, ей не нужно было бы высвобождать всю свою силу. Другими словами, Левине удалось заставить ее использовать всю свою силу, несмотря на огромную пропасть между ними. Левина вернулась к императору ветра с низко опущенной головой. «Прости, дедушка, я мало что мог сделать. Все в порядке». Император ветра был доволен ее выступлением, зная, что этот разрыв не так-то просто преодолеть. Итак, она знала, что Левина превзошла все ее предыдущие достижения. «Вы проиграли битву, но выиграли войну. Молодец, спасибо». Затем Левина вернулась на свою позицию, когда император ветра дал сигнал Левкину двигаться. Тем временем Тиа, стоящий рядом с ней, открыл рот. «Воспроизведение того, что я показывал тебе вчера, извините, если это вас смущает». Левина вежливо извинилась. «У вас есть основа для этого, и сейчас вам нужно привыкнуть к этому, изучить время. В конце концов, ваша базовая сила тоже улучшится, поэтому я знаю, что вы можете сделать гораздо больше за один год, отныне будет только усиливаться, я гарантирую это». Тиа нежно улыбнулся. Левина не могла не улыбнуться. Как и Агате, ей было трудно сдерживать свои эмоции. Ей даже пришлось отвернуться, чтобы не показывать свое смущенное лицо. «Большое спасибо». Левина не забыла поблагодарить его. Тиа еще раз взглянул на нее, прежде чем посмотреть на битву. На арене Левкин смотрел на Юрия, прежде чем протянуть руку, сказав те же слова, что и она ранее. «Сначала ты». Это просто показало, что он смотрел на нее свысока, как она смотрела на Левину. Юрий нахмурился, чувствуя себя нехорошо от своего отношения. Она думала, что, кроме Жилова, никто не сможет ее победить. Итак, она натянула свой лук, выпустив первую стрелу. Стрела полетела быстрее, чем когда она столкнулась с Левиной, показывая, что она все это время сдерживалась. Но Левкину это не казалось сложным. Он просто поднял руку и сжал ее. Ветер яростно дунул и раздавил стрелу, разломив ее на 2 части. После этого он вытянул руку и образовал мощный спиральный ветер. «Великий твистер», — пробормотал он тихим голосом, толкаясь вперед. Пронизывающий ветер летел вперед, пытаясь поглотить ее. Юрий не боялся этой силы. Она просто натянула лук, когда ее стрела начала сиять. Стрела попала прямо в центр смерча, выпустив за собой золотую пыльцу. Удивительно, но в тот момент, когда она попала в смерч, пыльца начала распространяться в воздухе, так как ветер внезапно рассеялся без всякой причины. Левкин сохранял бесстрастное выражение лица,
когда рванулся вперед, пытаясь сократить расстояние до них. Юри подняла лук и выстрелила в небо. Внезапно стрела превратилась в гигантский шар золотистого цвета, парящий в воздухе. Затем она подняла два пальца и помахала ими. Из золотого шара вырвались 5 остроконечных огней, оставив за собой золотой след. Эти 5 остроконечных огней полетели в разные стороны, чтобы окружить Левкина. Эта атака напомнила ему, как он атаковал Тиопятию торнадо. Получив объяснение того, что произошло на самом деле, он был потрясен. Он никогда не ожидал, что стена Тиа была просто иллюзией, которая была покрыта его щитом, заставляя его думать, что она реальна. В то же время это заставило его понять, что он может сделать что-то подобное. Итак, когда он столкнулся с этой техникой, он поднял руки и одновременно взмахнул ими, контролируя поток воздуха, чтобы сбить стрелу. Но он сбил только 3 из них, а 2 других продолжали двигаться вперед. Юри ухмыльнулась, увидев это, зная, что его силы все еще недостаточно, чтобы победить ее. С этими 2 стрелами у Левкина не было другого выбора, кроме как двигаться вправо, уклоняясь от стрел. Юри натянула лук, целясь в него. Она ждала, когда он сделает такое движение, и ему будет трудно его заблокировать. К сожалению для нее, это была ловушка, расставленная Левкиным. Вместо того, чтобы копировать то, что сделал Тиа, блокируя стрелу, он сделал вид, что у него недостаточно силы, чтобы сбить их с ног. Таким образом, его следующий путь был определен, и Юрий наверняка воспользуется этим шансом, чтобы выстрелить в него. Мало ли она знала, это также означало, что это был единственный раз, когда она ослабила бдительность и сосредоточилась на нападении на него. И Левкин подготовился к этому. В тот момент, когда он шагнул вправо, его нога тоже двинулась вместе с ним, пиная воздух. Это породило мощный ветер, который ударил Юри с противоположного направления или из ее теперь слепой зоны. Бам! Юри расширила глаза, когда почувствовала, как что-то большое ударило ее по руке, отбросив лук. Что это такое? Юри расширила глаза и краем глаза увидела бант. Что сейчас произошло? Пока она была в замешательстве, Левкин воспользовался этим шансом, чтобы продвинуться вперед, пытаясь сократить дистанцию. Он успешно прибыл перед ней и отправил удар вперед. Юрий попытался использовать свою стрелу, чтобы нанести ему удар, но было слишком поздно. Кулак Левкина уже достиг ее левой щеки, подбросив ее в воздух. Гахаха. Юри стиснула зубы после того, как получила удар по лицу. Вопреки замешательству Юрия, у всех людей, наблюдавших за боем, были открыты рты. Император Ветра ухмыльнулся, зная, что Левкин изменился после спарринга с Тиа. С другой стороны, императрица холодно вздохнула, пробормотав про себя. Невозможно. Я прочитал их информацию. Движение Левина и Левкина должны быть прямолинейными. Но она поняла, что Левина и Левкин показали то, что никто и никогда не ожидал от них использовать. В тот момент, когда она посмотрела в сторону и увидела ухмылку на лице императора Ветра, ее глаза сразу уже обратились прямо к Тиа, понимая, что он был виновником. А Тиа только что приехал 2 назад. Что он сделал, чтобы превратить этих 2 высокомерных детей в хитрых бойцов? Эти дети могут превзойти жилого Юрия. Изо всех сил пытался стабилизировать ее тело и превратил ее браслет в еще один бант, в то время как Левкин несколько раз махал руками. Он окружил Юри ветром, который дул во все стороны, пытаясь раздавить ее. Юри не захотела и тут же снова махнула рукой. Световой шар, который все еще парил в небе, выпустил еще 1 волну света, чтобы сбить его. Поскольку Юрий оказался в ловушке своего ветра, он просто двинулся вперед, чтобы избежать их всех. Однако настоящим намерением Юрия было не ударить его. Вместо этого она просто хотела, чтобы он на мгновение сосредоточился на этих стрелах. За это время она выпустила еще 3 стрелы, чтобы создать большую дыру в сфере ветра, разрушив поток ветра. После этого она выпустила еще 1 стрелу, сбившую Левкина. Левкин схватился за руку, чтобы разломить стрелу надвое, но Юрий улыбнулся. В тот момент, когда стрела почувствовала сокрушительный ветер, она раскололась на 10, сбив с толку Левкина. Он махнул рукой в сторону и выпустил свои 5 торнадо, чтобы поймать их всех. Смерчи сумели рассеять всю энергию стрел и продолжили свой путь к Юрию. Последняя подняла левую руку, когда золотой свет ярко засиял, осветив всю арену. Торнадо купались в этом свете и начали исчезать, как будто таяли без всякой причины. Обычно он использовал бы этот шанс, чтобы отправить еще 1 атаку, но на этот раз он выбрал что-то другое. Левкин нахмурился, прежде чем разочарованно покачать головой. Он отступил назад, чтобы дистанцироваться от нее,
как будто давая ей время прийти в себя. Что он дает мне время, что он планирует, это потому, что он считает, что я недостоин его времени. Юри в шоке расширила глаза, у нее в голове было много вопросов. В конце концов, она почувствовала себя оскорбленной, когда не увидела изменений в его выражении. «Думаешь, я слабее тебя? Только то, что Жилов может победить меня, а не тебя». Юри стиснула зубы и направила на него свой лук. Внезапно появился золотой свет, вытянув ее собственный лук до такой степени, что лук был почти на ее рост. Поскольку тетива длиннее, а лук крепче, Юрий планировал покончить с этим одним выстрелом. Но это был момент, когда Левкин показал неожиданный ход. Как и в предыдущем действии, когда он сбил лук Юри, он фактически заставил Юри почувствовать себя оскорбленной, не напав на нее. Таким образом, он мог заставить Юри продемонстрировать свою самую сильную силу, для высвобождения которой может потребоваться некоторое время. И это был идеальный шанс напасть на нее. Сразу после того, как она приземлилась и обновила свой лук, он ударил вперед. Ветер начал формировать дракона, движущегося к ней. Что? Юри расширила глаза, поняв его намерение. Это движение было ее самым сильным умением, и поэтому она обычно использовала его, когда у нее было достаточно времени, чтобы отпустить его. И как лучнице для нее было нормальным иметь кого-то, кто ее защищал, что позволяло ей делать что-то подобное. Но на этот раз она сражалась одна, и хоть Левкин и отступил, расстояние между ними было не таким уж огромным. Его скорости атаки было достаточно, чтобы добраться до нее в одно мгновение. И это был момент, который он создал. «Я не доживу», — подумала Юри, впадая в отчаяние. Внезапно пронизывающий ветер толкнул ее влево, вправо и назад, заблокировав в положении, когда ей нужно было сразиться с этим ветряным драконом только своим физическим телом. Тем не менее, Юри не сдался, так как было еще одно место, куда можно было бы сбежать. Она прыгнула вверх, избегая всего. Она даже воспользовалась этим случаем, чтобы навести свой лук на Левкина, хотя его нигде не было видно. Следующее, что она осознала, рука схватила ее за затылок, когда они оба упали на землю. Рука толкнула ее голову вперед, пытаясь придавить ее к земле. Бам! Пыль поднялась и закрыла им глаза, заставив их забыть о том, что происходит. Но когда он был очищен, они увидели, что оба они парят в 2 дюймах над землей. Император Ветра использовал свою силу, чтобы остановить их, поскольку это было бы просто ненужной травмой. Императрица тоже будет недовольна. «Довольно, Левкин», — заявил император Ветра и взглянул на императрицу, словно говоря ей перезвонить. «Юрий, вернись», — сказала императрица, пощипывая переносицу. Она подтвердила, что Левкин и Левина изменились под влиянием Тиа, и это изменение было слишком хорошим, чтобы она больше не могла его игнорировать. Она не могла не хотеть тебя еще больше. Итак, она заявила: «Алия, иди, не нужно сдерживаться». «Понял». Алия кивнула с серьезным выражением лица, направляясь к арене. Тем временем Юри вернулась с сожалением в глазах. «Юрий, у тебя мало опыта в боях, так что рано или поздно это должно случиться», — императрица сказала с мягким тоном. «Следовательно, я изменю ваше расписание с моего обучения на внешние миссии». «Владелец?» — Юри в шоке расширила глаза. Императрица взглянула в сторону и закрыла глаза с улыбкой. «Если я этого не сделаю, вы останетесь позади. Царские отродья превратились в хитрых короля и королеву. Ты должен был использовать слово «мудрый» вместо «хитрый». Ха-ха-ха-ха». Император Ветра услышал ее и рассмеялся. Он был доволен их улучшением после спарринга с Тиа. «Хаймыв». Императрица фыркнула и прошептала Аня: «Вон тот парень, монстр». «Не волнуйся, я это знаю». Она кивнула с серьезным выражением лица. «Нет, нет, ты все еще недооценивал его. Я могла бы даже выйти на арену такими темпами». Императрица вздохнула. «Из-за последней миссии вы застряли на своем нынешнем уровне только для того, чтобы увеличить свой репертуар. Вот почему вы не знаете, насколько он чудовищен». Она нахмурилась, не понимая, почему упомянула об этом. Было ясно, что она стала намного сильнее, чем раньше. Тем не менее, она на самом деле обвинила ее в том, что она решила сначала увеличить свою общую силу вместо того, чтобы стать экспертом высшего ранга. Она не могла в это поверить. Она взглянула на спокойное лицо Тиа. Нахмурившись на арене, Алия и Левкин смотрели друг на друга. Левкин не мог не волноваться, ведь у него есть шанс превзойти Жилова. Говорили, что он не мог победить Алия, так что это был шанс для него показать себя. Несмотря на это, он знал, что его сила еще не достигла Алии. Следовательно, он немного снизил свои ожидания и решил максимально ослабить ее. «Рад встрече». Алия мягко улыбнулась. «Вы
вытащив оба мяча. Левкин был удивлен, что Алия решила начать разговор, но было бы грубо не поприветствовать ее в ответ, поэтому он сказал: «Мне приятно познакомиться с вами, я сделаю все возможное в этой битве». Алия кивнула. Когда ее мечи начали покрываться красным пламенем, Левкин тоже накрыл обе руки спиральным ветром. Они внезапно высвободили всю свою магическую силу, чтобы создать сильное давление друг на друга. Но вскоре оно исчезло, свидетельствуя о начале боя. Они двинулись вперед одновременно. Алия взмахнула мечами, а Левкин выпустил свой проливной ветер, чтобы сдуть ее мечи. К несчастью для него, сила Алии была намного сильнее его. Пламя внезапно исчезло, как будто его сдуло ветром, но вскоре его заменило красное пламя. Этот красный свет летел вперед после ее удара, разрезая спиральный ветер на четыре части, рассеивая его во всех направлениях. Без всякого ветра, разделявшего их, путь к Левкину открылся. «Быстрая хинт», — тихо пробормотала Алия, когда ее ноги начали светиться. Ее скорость резко увеличилась, когда она преодолела расстояние между ними в одно мгновение. Левкин приготовился к этому и толкнул руку вперед, чтобы сдуть ее своим ветром, но Алия прочла это издалека и развернула свое тело, проходя мимо него. И как только она достигла его спины, она взмахнула мечами. Левкин на долю секунды вздрогнул и почти не отреагировал на ее скорость. Он использовал свой ветер, чтобы подтолкнуть его вперед, увеличивая скорость, а также избегая ее ударов. После этого он ударил ногой по воздуху, образовав петлю над головой, оказывая давление на Алию сверху. Сокрушительный львиный рык. Алия издала громкий рев, создавая звуковую волну, чтобы противостоять ветру над ней. После этого она погналась за Левкиным. Последний развернулся и махнул рукой в сторону. Ветер следовал за его движением и толкал Алию вправо. Однако 9 голов гидры появились из ее мечей, образовав стену сбоку от нее, не давая ветру прийти к ней. Некоторые головы двинулись вперед, пытаясь сожрать Левкина. Значит, Левкин вызвал сразу 5 смерчей. Головы столкнулись с торнадо, нейтрализуя друг друга. Увидев, что его атака не удалась, Левкин махнул обеими руками внутрь. На этот раз ветер окружил Алию с двух сторон. Не имея возможности больше использовать свою пожирающую гидру, она должна быть заперта в одном месте. Но Алия просто сформировала мощный щит справа от себя, когда она оттолкнула поток ветра, прежде чем взмахнуть мечами, выпустив красный свет в форме креста полумесяца. Левкин ударил вперед и выпустил еще одного дракона ветра, который поглотил ее атаку. Алия прищурилась и подняла левый меч. Она сделала простой взмах и разрезала дракона надвое. Хм? Левкин растерялся, никак не ожидая, что его ветер можно перерезать обычным взмахом. Тем не менее, ему нужно было победить ее. Он на мгновение отбросил эту мысль и махнул рукой из стороны в сторону, контролируя ветер, чтобы ударить ее с обеих сторон и сжать. Алия вонзила нож в землю, и одновременно раздались 4 взрыва, заблокировав ветер с 4 направлений. После этого она подняла руки и выпустила в воздух 10 стрел огня. Они сделали параболическое движение и упали прямо вокруг Левкина. Затем она положила руку на землю, когда земля вокруг Левкина стала краснее, как будто собиралась растаять. Даже Левкин чувствовал, что в этой ситуации что-то не так. Он тут же отпрыгнул назад, убегая с этого места. Но болты, упавшие на землю раньше, взорвались одновременно. Поднявшийся огонь поглотил его. Алия не остановилась на достигнутом. Красная земля вызвала еще один взрыв, усилив предыдущий пожар. Бум, гах. Левкина подняли в воздух. Он не получил никаких ожогов, но было видно, что он получил побои. Несмотря на то, что он накрыл свое тело ветром в последнюю секунду, силы взрыва все еще было достаточно, чтобы ранить его. Алия воспользовалась этим шансом, чтобы наверстать упущенное, и взмахнула клинком, нанеся смертельный удар. Впрочем, этого и ждал Левкин. Страдания, отражавшиеся на его лице, были всего лишь блефом. В тот момент, когда Алия догнала его, он воспользовался ветром, чтобы остановить инерцию. При этом Алия прошла мимо него, дав ему прекрасный шанс атаковать ее. Тактия победил его в прошлый раз, и он планировал этим воспользоваться. «Я собираюсь победить». Левкин стиснул зубы и замахал руками, посылая ветер, чтобы сбить ее с ног. К несчастью для него, Алия был его противником. Такой трюк сработал бы с другими людьми, но не с ней. Когда он протянул руку вперед, императрица уже заявила: «Достаточно, Алия побеждает». Левкин понял ситуацию, но ответ пришел быстро. Меч Алии сверкнул перед его глазами, показывая, что он был бы ранен, если бы императрица не защитила его. Что только что было, остолбенел Левкин, падая на землю. Не обращая внимания на Левкина, Алия направила свой меч на Тиа, прежде чем широко и энергично улыбнуться,
как она всегда делала, когда была с Тиа. Тиа не мог не улыбнуться и на секунду закрыл глаза. В прошлом мы были товарищами по команде и сражались вместе. Мы были врагами и воевали друг с другом. Но, думаю, мы никогда не скрещивали свои клинки в поединках один на один. Он открыл глаза и махнул копьем вниз, направляясь к арене. На этот раз только ты и я. Давайте найдем, кто сильнее. Мы никогда не делали ничего подобного, верно? Спросила Алия с нежной улыбкой. Действительно. Тиа согласился и наблюдал за ней. Надеюсь, ты не будешь сдерживаться. Алия подняла оба меча. Кто знает, может, тебе стоит постараться изо всех сил, чтобы забрать всю мою силу? Тиа ухмыльнулся. Алия глубоко вздохнула. Хотя она и не признавала этого, она знала, что сила Тиа может превзойти ее воображение. Следовательно, она планировала выложиться по полной в тот момент, когда они начали. Тиа начал бой, вызвав 20 волшебных пуль. В тот момент, когда она увидела волшебные пули, она бросилась вперед, пытаясь сократить расстояние между ними. Однако у Тиа было достаточно времени, чтобы выстрелить своими волшебными пулями, остановив ее. Алия нахмурилась, когда поняла, что этой щели недостаточно, чтобы проскользнуть сквозь них. Поэтому она отошла в сторону и попыталась обогнуть его. Спокойное выражение лица Тиа не изменилось, когда волшебные пули последовали за ней. Алия подняла правый меч и собиралась разрубить их, но внезапно прыгнула вверх. Алия была ошеломлена, как только новая волна волшебных пулей вырвалась из-под земли. Он прячет свои настоящие волшебные пули позади себя и выпускает их на землю, в то время как те, что на поверхности, просто отвлекают. Алия холодно вздохнула. Это было только начало битвы, а Тиа уже играл в интеллектуальную игру. Она направила меч вперед и сформировала перед собой красный щит, блокирующий все 40 магических пуль. Но Тиа не остановился на достигнутом. Алия нужно было развернуться, чтобы разобраться с еще 30 волшебными пулями. Цыка. Алия цокнула языком, развернулась и взмахнула мечом, создав столб пламени, чтобы сжечь волшебные пули. Бум, бум, бум. Волшебные пули взрывались одна за другой, а Тиа воспользовался этим шансом, чтобы телепортироваться к Алии. Он использовал свое магическое увеличение, чтобы усилить расширение магической силы, и прикрыл свое копье. Алия было трудно справиться с количеством волшебных пулей, и ей все еще нужно было справиться с Тиа, который пришел со своей самой сильной силой. У нее даже не было возможности использовать свое умение, чтобы заблокировать эту атаку. В конце концов, Тиа ударил ее достаточно сильно, чтобы прижать ее мечи к груди, прежде чем отбросить ее. Бам! Алия рухнула на землю, но на этом атака Тиа не закончилась. Была еще одна волна волшебных пуль, которую он готовил все это время. Это были волшебные пули, которые были покрыты большей магической силой и побеждали, создавая более сильные волшебные пули. Все эти 20 пуль полетели на землю, вызвав большой взрыв. Однако Алия сумела уйти от него, хоть и с трудом. К счастью, она заблокировала копье Тиа корпусом своего меча, а не лезвием, иначе она была бы порезана собственными лезвиями и не могла бы увернуться от пуль. Как только она отошла на некоторое расстояние, она развернулась и взмахнула правым мечом вверх, создав длинный красный свет в форме полумесяца, который прорезал все в 60 футах. Тиа даже не поднял копье, щелкнув пальцем и разрушив свет своей иллюзионной конструкцией. Хм. Тиа нахмурился и вспомнил навыки, которые использовала Алия. Навык «Щит стойкости» S-эффект позволяет пользователю естественным образом вытягивать энергию тела для высвобождения большей силы. Навык «Волна лунного пламени» B-эффект позволяет пользователю выпустить пылающую волну в форме полумесяца, которая способна разрезать многие вещи и сжечь остальные. В то же время Алия также вспомнила навык, который Тиа использовал во время их совместной миссии. Она задавалась вопросом, насколько сильнее он стал. Выпустив волну лунного пламени своим правым мечом, она разрезала воздух своим левым мечом, напугав Тиа. Он не мог не улететь, зная, что ему опасно там находиться. Он видел эту атаку, когда она дралась с Левкиным, поэтому знал, что делать. Навык «Скрытный магический меч» B-эффект. Выпустите тонкую волну меча того же размера, что и струна. В тот момент, когда она закончила использовать эти две атаки, Тиа поднял палец, когда земля под аллеей поднялась из-под земли, превратившись в столб. Он изучил основы осязания за последние 3 месяца, так что поднятие аллеи не было большой проблемой. Однако Алия, похоже, заметила, что он делает, и тут же взмахнула мечом, разрезав колонну на 2 части. Тиа предсказал это и послал свои волшебные пули через землю, чтобы поразить ее. Он хотел, чтобы я срубил столб,
чтобы он мог меня застрелить? Алия нахмурилась, поняв, что она все еще двигается в руке Тиа. Ей нужно было сделать что-то особенное, чтобы вырваться из-под контроля Тиа. Она сформировала щит, чтобы блокировать волшебные пули, но два полустолпа внезапно двинулись друг к другу, раздавив ее. Алия расширила глаза и заблокировала их своими мечами. Вскоре она заметила, что что-то не так. Несмотря на то, что она блокировала колонны своими мечами, она могла замахнуться своими клинками внутрь. Это означало, что Тиа использовал что-то еще, кроме своего чувства осязания. Хотя она не знала, что это было, она поспешно освободилась, выпустив больше магической силы, прежде чем развернуться, поражая летящие в нее магические пули. В конце концов, она не могла позволить себе, чтобы их ударили. Бум-бум-бум. Волшебные пули взрывались в быстрой последовательности. Отлично. Алия улыбнулась, зная, что это была битва, в которой никто из них не сдерживался. Тем не менее, она не хотела проигрывать Тиа. Она подняла руки и выпустила волну огненных болтов. Это была та же самая техника, которая победила Левкина, поэтому она хотела увидеть, насколько она эффективна против Тиа. Неожиданно Тиа также призвал свои собственные волшебные пули и выстрелил во все пламя, пытаясь не дать огненным стрелам взорваться на земле. Бум-бум. Она и Тиа переглянулись, думая об одном и том же. Он, она, хорош. Алия и Тиа улыбнулись одновременно. Даже если так, я не проиграю тебе. Алия подпрыгнула в воздух, пытаясь сразиться с ним над землей. Тиа нахмурил брови и махнул рукой. Внезапно на нее обрушился мощный удар сверху, отбросив ее обратно на землю. После этого Тиа полетел к ней, воспользовавшись ее неустойчивой формой. Но это было ошибкой. Как только он добрался до нее, Алия парировала его копье своим левым мечом и глубоко вздохнула. Сокрушительный рев. Она взревела, создав мощную звуковую волну, которая сдула Тиа. Последний мгновенно оправился, используя свой телекинез, и использовал свой скачок, чтобы появиться позади нее. Это было, когда 9 голов гидры окружили его, а 3 из них двинулись, чтобы сожрать его. Тиа взглянул на них, нахмурив брови. Казалось, у него не было выбора, кроме как показать свою силу в этом матче. Он развернулся и пнул воздух своим телекинезом, в результате чего получил мощный толчок сбоку, отбросивший правую голову к 2 другим. 3 головы упали вместе, ошеломив всех. То есть, императрица расширила глаза и взглянула на императора ветра, думая. Хотя он использует свой телекинез вместо элемента ветра, этот вид силы похож на него. Император ветра улыбнулся и сказал: «Левкин, Левина, следите за ним внимательно. Вот как вы должны использовать свою силу». Это заявление поразило Левкина и Левину, но они видели, что телекинезия был на очень высоком уровне, так что они действительно могли чему-то у него научиться. На арене Алия переместил все оставшиеся 6 голов, чтобы сжать его до смерти, но Тиа умело сбил их с ног одним только своим телекинезом. Алия и в это время не сидела без дела. Она подкралась к нему и замахнулась мечом ему в спину. Тиа заблокировал ее меч своим копьем и попытался оттолкнуть ее изо всех сил, но безрезультатно. Увидев, что продолжать это бесполезно, они одновременно отпрыгнули назад. Оба поняли, что думают об одном и том же. Итак, Алия поспешно рванула вперед, пытаясь снова сократить разрыв. Тиа вдруг улыбнулся и вздрогнул. Опять телекинез. Алия нахмурилась и приготовилась взлететь в небо. Однако она не ожидала, что телекинез будет сконцентрирован в одной точке, а именно на правой руке. Это было правильно. Контроля Тиа было достаточно, чтобы определить силу его телекинеза. Именно по этой причине он попросил Леонардо обучить его, чтобы он мог достичь уровня гроссмейстера перед международной миссией. Что? Алия была ошеломлена и не могла удержать свой меч, так как сила была слишком велика. Она видела, как меч улетает, пока Тиа готовился сразиться с ней в этой ситуации. Без второго меча Алия остановилась и отпрыгнула. Ей не хватило уверенности победить Тиа одним мечом, поэтому она хотела вернуть свой меч. Чтобы выиграть время, Алия заложила взрывчатку.